Розпочинається головний кулінарний проект країни. Ваша година починається просто зараз. Побігли! Сьогодні у випуску. У нас на все є 8 тисяч гривень. Опа, текстиль. Ти на ціну подивилась? Ні. Це дуже дорого. Много. Мы за них ничего не купим. Профессийный архитектор. 7 лет я проработал в сфере архитектуры. Ты видела его работы, это реально очень красиво, профессионально. Проте дилетанта. Объясни, Дима. Вы Димона нашего не бачили? Он где-то вот такой вот бежал там. Наливо сюда, Дима, на новость. Да иди прямо. Таке, короче. Будівельні пристрасті на кухні. Цей колір – це жах. Дуже хочеться показати, який він мегаважний і на всіх арен. Не роби цього, не чіпайте зараз. Що ти на мене вилаєш? Ні, я взагалі тебе нікому на себе не дозволяю кричати. Та ну, блін, та от що, от, мені що треба? Я що маю чекати твої думки? Давай поговоримо об этом. Чий ресторан виявиться найкращим? Називається наш ресторан «Ї». Це? «Ї». Е, буква украинская Е. Я слышала, открылся ресторан Е. Что? Е. Кто? Ну, Е, украинская буква Е. А что после Е будем? Е будем. Здається, мені ви каблучуєтесь. І чия концепція сподобається гостям? Це той випадок, коли ресторатор вирішив не звертатись до дизайнера. Смотрится не так, как будто в команде у нас архитектор. Как тебе интерьер? Мої емоції по життю трошечки інакші. Не такі, да? Не з іскусственного трави. Мені кажеться, нас спасе тільки вкусна їда. А хто не впорається з великим рестораном, потрапить у ресторан... Відкривайте коробки. Мікроскопічний. Це просто шок, чесно кажучи. Я такий думаю, пум-пум-пум, ого. Готуйтеся, починається. Чесно, я боюся, що далі буде, бо це трешак. Значить так, у нас сьогодні день закупів. І ми заходимо в магазин будівельних матеріалів з нашою командою, заряджені, готові. Ми придумали, що ми маємо робити. Oh my god, дебил! Oh my god, дебил! Oh my god, дебил! Заходим, такі веселі, блін, це вихід в світ, тут, блін, люди. Это вообще для меня какой-то космос, потому что я не привык к такому количеству внимания. Нас встречает Владимир. Вітаю, команди! Здравствуйте! Добрий день! Ми сьогодні з вами будемо працювати у масках, адже карантинні норми ніхто не відміняв. Отже, план дій такий. На закуп у вас буде 1 година. У нас на все є 8 тисяч гривень. Ідей дуже багато було, і вроді как бы 8 тисяч, ого-го. Ми такі думаємо, да, накупимо зараз там мрамора, і буде все окей. 8 тисяч гривень зараз – це достатньо багато. Скажу це для людей, для яких це багато в будівельному магазині. Тому що це багато. Після цього ми вирішимо на кухню мастер-шеф. На зведення ресторанів ми дамо вам 4 години. Ну що, команди, тоді бажаємо вам успіхів. Ваша година починається просто зараз. Неистово мчались по цьому магазину, у мене щоки отак от заворачувались назад. А чем мы бегаем? Потому что так надо. А в чем вообще наша идея? Ну как наша? Идея нашего капитана, который с нами не советовался. Концепт заведения таков. Максимально минималистическое пространство с максимально душевными блюдами. Хрен успеешь! Сейчас завяжу. Заведение у меня в стилистике арт-галереи. В принципе, это у нас центральная стена. Центральная стена этого заведения. Здесь у нас море. Это фотообои. Ну, у тебя море с теплыми воспоминаниями ассоциируется. У меня тоже море с теплыми воспоминаниями ассоциируется. Плюс трава – это земля. Ну, типа, земля, море и наша душа непосредственно в центре. Вот оно. Точно.
Спасибо вам огромное. Ёлки-моталки. Есть море, море, есть, есть море. Есть море. Будет сегодня такой, знаешь, я сегодня прям как с мужем ходила. Я вообще не вникала ни во что. Он сам себе там расписал, значит, сам подошел, сам спрашивает. Обычно я этим всем занимаюсь. Я все подхожу, спрашиваю, рассчитываю, расписываю. А тут я сегодня такая прям чуть-чуть даже понравилась, что мужик все там, знаешь, сам по стройке себе там делает. Так, 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 ковровые покрытия. Вот. Мне нужны ковровые покрытия. О, вот, нам туда, где туда. Линолеум. Побежали. Вот, 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 нашла. Все, огонь. Все равно нам консультант нужен, чтобы он отрезал это все. Есть кто живой тут, а? Вот это нам надо двухметровой ширины. Сколько? Два отреза по 2,54. По 2,600. Я основательно подготовился, пописывал себе артикулы, обзвонил на горячую линию, спросил, есть ли в наличии, и максимально выписал материалы, которые мне понадобятся для того, чтобы сделать этот ресторан. Юля, оставь. Нам не нужна эта штука? Нет, нам не нужна эта штука. Мне она понравилась. В нас этно-ресторан. Slow food кулінарії. Етно-ресторан – це означає стиль, в якому виконаний наш ресторан. Без прив'язки до якоїсь нації країни. З краю були вази. Для чого направили? Об'ясні, Діма, давай, блін, давай, алло. Побігли, побігли. А ти не хочеш тележку собі взяти, алло? Давай. Побігли. Побігли. Наліво сюди ти мала на увазі. Та йди прямо. І Марина біля мене, вже так ми разом, і вона щось вирадить. І вона дає багато пропозицій на рахунок декору, вона має в тому смак. Мені так подобається ось цей. Ну, це все таке велике. Ну, дивись, ми можемо туди, в принципі, взяти і одну зробити, типу, оце дерево, огромну композицію, так? Так, так. У меня, если ты зайдешь в телефон, ты просто обалдеешь от количества папок на моем телефоне. Там все. Там кулинария, там одежда, там аксессуары, там папка, вдохновляющая для съемок рекламы, интерьеры. И, естественно, есть папка моего будущего кафе, вплоть до столовых приборов. Если мы попадаем по деньгам... Так. Лучше сделать композицию. Ты понимаешь, три вазы, вот, и пусть там типа меньше. И вот они в одной, потому что это просто одна я стоит, и ничего. Також в нашем декоре мы решили, что будут корзины какие-то. Ну, то есть по максимуму какого-то такого плетения, дерева, сена. Давай я это ставлю, да. 3,250. Плюс 750. Одно время мне очень нравился кубизм. Я подумала, почему бы нет. Картинку, где просто вот отображались вот эти человечки. Дима говорит, блин, обалденно, на главную стену давай сделаем их. Другие стены просто покрасим там под цвет подходящий. Друже, друже, давай, нам треба, короче, заколюрувати фарбу. Вот у вас как фанера вот такая, видите, фактурная. Вот нам ее нужно будет закрасить. У нас такие тони, типа белый, якийсь, как слонова кистка, что-то такое, как кремовый. Колір червоний, сірий, темно-сірий. Отака якась у нас кольористика. А що ти робиш? Іди давай. Нервуси вийшла? Нервус. Діма, не нервуй. Не нервуй. Ти за тою дурною далі. Діма, покину, Діма. Короче, именно по подготовке боди мне понравился, в принципе, план, были красивые эскизы, я понимала, как это будет выглядеть, я понимала концепцию, то есть это должно выглядеть классно. Вот, то есть он там еще и заранее выписал все артикулы, чтобы мы в магазине долго не бегали, не искали. Яна! Яна! Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, мне нужны жидкие гвозди по артикулу, можно будет мне их дать? По артикулам. Поехали, мужчинка. Со мной, пожалуйста. Аленка, хочешь, возьми легче, я возьму тяжелее. Все нормально. Все, надо бежать. Да, девушка сильная и самостоятельная. Ну, конечно, я сильная девчина, я им так все и сказала. Я тебе кажу, вони ще просто не бачили, як я машину з буксира завожу. Це тобі не тележка з трьома брусками і трьома листами фанерними. Так, бечевка. Щетка для вапняка, фанера, брусы, перила.
мерила, не знаю, как правильно, леска полки. Подожди, секатор. Секатор. Ти на ціну подивилась? Нет. Це ну, дуже дорого. Ну, ні. Ми ну, в смысле, ну, пішли, да, ну, візьмемо нормально. Його потім виберемо, господи. Дім. Не ой, треба, за... не хапай отак, от, не дивлячись от на ціну. Отут завжди найдешевше викладає. Я їду, йду, вона чих-чих-чих-чих-чих. Метушиться, бігає туди-сюди. От у кожного своя реальність, от у мене своя. Я все четко поняла, что нам надо купить. Но у Саши же она своя эта реальность, что ему там делать, как у него это в голове, и что он видит вокруг себя. А у меня своя. И я понимала, что мне нужно было максимально быстро все купить по нашему списку и свободное время потратить на помощь нашей команде. Мир, не тікай, давай разом все. Не нервуйся, спокойно. Это я кайфую. Ты дуже схожа на то, что ты дуже знервована. Нет, я наоборот радуюсь. А. Когда я делала ремонт у себя, я летала как пуля. Співчуваю я твоему человеку. Сочувствуешь моему мужу, ты позавидовать должен. Привет тебе. Знаешь, что Саша сказал, что он сочувствует тебе. Представляешь? И у меня муж, ну, Филипп, он вообще не вникает в такие дела. Он, даже если где-то надо прибить гвоздь, он мне скажет, солнышко, есть специально обученные люди. Просто говори, сколько надо денег, я тебе дам, и ты занимаешься. Так он вообще этим не занимается, только я делала ремонт, и я просто как пуля летала. Когда у нас появился ребенок, мне было скучно. С учетом, что у меня бизнес был, и мне было скучно, я не могу, мне надо, ну, мне надо что-то делать постоянно. И муж купил квартиру, говорит, сделай ремонт, ее сдашь в аренду, и будет, ну, в общем-то, твой этот доход, и дело тебе какое-то будет. Ну, ремонт его же не делает очень быстро. Я этот ремонт сама сделала. При том, что, ну, там голые стены были, кирпичи. Когда я делала ремонт в квартире, я этих консультантов всех так задолбывала. У вас это получается, да? Ну, я просто человек такой, ну, мне надо все скрупулезно разобрать, все четенько узнать и... Давайте четенько. Что за вопрос? Вапно, вапно. Показують, проводять, ще й розказують, яка різниця між таким, між таким, між таким. Обрали ми вапно відеречко, поставили. Стойте тут і нікуди не уходіть. Не уходіть нікуди. Я стою, бачите. Отут. Тому що я потім вас не знайду. Як вас зовут? Сергій. Сергій Касуха. Все. Девчата, вы Димона ну, нашего не видели? Его не видели нашего? Не видели. А он где-то вот такой вот бежал, там что-то я сама сбился, такая да? же. Да. Кстати, видишь, Дима тоже такой. Меня поставили в пару сыра и малинка. И, в общем, есть у меня списочек. И там, наверное, позиций было, там, не знаю, 15, около того. Они были небольшие, не объемные. Опа, текстиль. Да, здравствуйте. Нам нужно, пожалуйста, отрезать 10 метров тюли с артикулом 11, 65, 68, 41. Будем смотреть. Ага. А что это у вас крестик? Что-то запомнить надо? Да. Провал из памяти. Так, три патрона. Да. Патроны взяли, шнур взяли, идем на лампочки. Лампочки купили. Лампочки сказали нам 3, мы взяли на всякий случай 4. Классно. Я теряю Кухонь. Их. Кого? Свои лосины. А я ма. Бегаем по магазину. Время очень быстро летит. Тачка все тяжелее. То гвозди, то провода. В общем, все-все-все скупаем, покупаем. Так. Режим прав. Я понимаю, что у меня 7 минут, мне надо бежать на кассу и все пробивать. Водя! Водя, быстрее! Все по списку взяли? Мы по списку, да. И вот я на кассе, и я прозреваю от того, что мы не укладываемся в бюджет. Не укладываемся мы в бюджет не на такую критическую сумму, где-то в гривен 600. Все, мы не влазим уже. Давайте что-то уберем. Мы начали половинить это все. Половинили, 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 половинили. Вписались в бюджет. Все окей. В 7987 гривен. 3 рубля на почин. А сколько уже там? Мы вроде просчитывали. О, уже много, ребят, уже 6. Теперь давайте по необходимости. Давайте по необходимости. Оазисы по-любому надо. Оазисы 100%.
це ми не беремо. Ну, давай так. Коли нам сказали, що нам дадуть 8 тисяч гривень, я думала, що ми за них нічого не купимо, серйозно. Що в нас будуть голі стіни і взагалі, коротше, буде дуже печальний ресторан. Але як виявилось, це навіть дуже реально. Все, 909, 944. Давай ще одну. 50 гривень. Все, останню. А, все, я Діма, крейду маркірувальну, он дві, яка прикольна. Посвіт. Давай, дві, давай, все. І заканчувай. Білу-красну? 72. І що можеш? Що давай ще одну крейду зелену. Все, мы завершили. Все мы скупили, взяли все, что хотели, на все денег хватило, и приезжаем в павильон строить. Клево, у нас целых 4 часа на постройку. Сказати, що ми похожі були на тілі пузиків, це нічого не сказати, серйозно. Вот это бомба, Раната. І це все наше. Шикардос. Это вау-эффект, во-первых. Потому что посреди обыденного нам уже павильона, где мы привыкли видеть рабочие поверхности и поверхности для готовки, стоят два огромных сооружения. Ого! Ого! Ой! Мы заходим в свой, и он реально очень большой. Нам казалось, он будет меньше. Во всех сезонах он такой крошечный казался, такой манюсенький просто. А на самом деле очень большой. Якось уявлялось, что оно трошечки будет поменьше. Я себе представлял, что это именно такого вида это все и будет. И я спокойно себе начал придумывать девочкам процессы работы. Девчат, можно уже приступать? Давайте. Разбирай обои. Богдан дуже сильно хотів зробити таку об'ємну стіну. Так, то є центральна композиція – це буде море. Він хотів там і напис. Це, зрозуміло, фотообої. Почала я з Яною клеїти ці обої. Маша і Іра, берете валики, починаєте красити от отсюда. Все біле. Все біле. Я же архитектор, я должен вести авторский надзор. Давай, что делать? Юлия не мог придумать задание. Юля, красиво, гарно, файно, гибко. Ну так давай начинай, что сделать? Шторы я тебе сразу не дам делать, потому что мы засрем. Стены как бы красят, на тебя валика нет. Иди попроси, пожалуйста, у Димы карандашик. Можно у вас карандаш попросить? Возьму один. Да, есть один карандаш. Спасибо. У нас будет такая композиция, такая графика украинская. Я раскрашиваю вот эту сторону и вот и эту вот ребро. Все, да, все, я поняла. Ничего. Міра стає малювати, оці в нас такі там були якби решітки, називаємо це так, дерев'яні, клюшка. Одразу почала малювати, підмальовувати наші дерев'яні полички. У мене найосновна задача йде – чоловічки. Нашим центром нашого ресторану мала бути картина таких людей, якихось автентичних. Є. Тепер з цієї сторони. Я мечтала поступити на дизайнера інтер'єру і екстер'єру. Но в нашей семье не было денег для обучения, там было только платное обучение в нашем городе. Сильно маленькие кисточки не пачкайте, мы когда снимем вот эту бумажку, хорошо. Нужно будет пройтись хорошо, ровно хорошо. Каждым цветом. Ну я там правда зашла за счет того, что я одно время там моделью, натурщицей работала просто. Я так понравилась преподавателю, что он меня единственную пропускал на занятия с другими ребятами. Вот так вот. Я не числилась в университете, но на уроки рисования я могла ходить. А, бери бордо или что, вот я отметила, где что красить надо. Я разметила человечков, пометила, где какие элементы, в какой цвет красить. И мы уже закрашивали все по очереди разные элементы. Это было похоже, как, не знаю, большая раскраска. Димон, что, другий раз скрываем эту стену, чи нет? Та, подивись, оце во, типу, повідмальовувати, оце, можеш вже скривати. Ще раз просто пройтися, воно зараляже легше, типу. Слушай, нам реально так повезло. Попався капітан, который тоже с этой творческой жилкой. У Димы есть своя фотостудия, и, естественно, ты ж там должен менять экстерьеры эти все.
клиентам неинтересно там целый год фоткаться на одном и том же каком-то пространстве, хочется что-то новое. И он куча делал ремонтов, что очень клево. Замедляться однозначно нельзя. Ні-ні, не замедляемся, в швидкому темпе все робим. Понимали, что Бодька, он дизайнер, он архитектор, он делает крутые ремонты, я знаю, он прям очень его хвалят, я видела его работы, это реально очень красиво, профессионально. 7 лет своих творческих я проработал в сфере архитектуры. И к 23 годам моим у меня уже было 2 многоэтажных дома возведенных моих проектов. Один из последних проектов, который был, это жилкомплекс, который он 16-этажный, является объектом берегоукрепления. Первыми 6 этажами он укрепляет склон села, которое ползет. Потом у меня есть, я сделал обзорную площадку, и остальные этажи у меня жилые. Значит, ребят, если не прокатит с кулинарией, будем подрабатывать ремонт. Бригада Богдана Сиротенко. Красит. Это такое простое, монотонное, нудное, но трудоемкое. Если честно, прям истощаешься. Вот, а вокруг ходит красота Юля, которая не знает, чем себя занять. Юля, блин. Не скучно. Ну, полежи. Честно, я не знаю, я уже устала контролировать типа, свое лицо, потому что, мне кажется, оно было половину времени, когда она говорила вот такое чисто. Ой, Маша всегда недовольная. Я не знаю, чем она недовольная. Мне кажется, она просто своей жизнью недовольная. Она всегда какая-то, знаешь... Ну, или у нее мимика такая, я не знаю. Вот я ни разу не видела, чтобы она прям смеялась. Знаешь, такая вот прям вся легкая. Ну, как я. Можно с улыбочкой, блин. Но у меня сегодня такая команда, что я не могу просто. Команда мечты. Мамка, ты когда-то клеила обои? Конечно. Ми розуміємо, що це ми ж не клеїмо його да, вдома, але все одно хочеться, щоб воно більш було гарніше, тому що хотіли ми, щоб це море виглядало волне, щоб йшли там да, по центру, щоб гарно було, щоб гость, як коли зайшов, відчув цей аромат моря навіть. Я перший раз в житті клею обой. Не клеїла шпалери, це було перший раз, от, тому що у нас тим займаються люди, які тим займаються. Люди, які на то вчилися, які, не знаю, вчаться люди на то, та по-любому вчаться. У вас з часом немає бумаги таку, що шліфувати? Ні, наждачки немає. Да. Вообще-то, к нам приходили рази 4 із той команди. Діма, так? Тебе довго ще з цією? Дивись, до 10 хвилин. І такі банальні питання. А у вас нету там лишньої вірьовки? А у вас нету там такого-то скотча? Вони ходять перевіряти. Вони перевіряти ходять, Діма. Хотіла сказати, ну що ви займітесь ділом? Тому що, походу, нету діла. Ну, якщо чесно, по роботі, мені видається, в нас були набагато здібніші і старанніші дівчата. Это все твое. Ага. Я безумно люблю оформлять дома. Я же привожу 1 000 000 разного декора из разных уголков планеты. И очень много винтажного. Картины привожу. Вот из Камбоджи я привезла обалденные 2 картины, написанные маслом. И где бы я ни жила, какое бы ни было пространство, я даже из убогого пространства могу превратить в очень уютное гнездышко. Так, Димон, принимай. Вот уже 2 композиции, сейчас еще 3 будет. Ставим их десь на бік и потом будем думать, где расставлять. Не, я понимаю, я в плане да, работы. Да, мне подобається, если честно, мне гарно. Так. И мне, дивись, гарно выглядит. На фоне белого. Офигенно, да. Ну, все очень быстро рисовали, у всех было такое желание, был азарт выиграть. А, вообще было желание посмотреть на что, на то, как же все будет выглядеть. Тут неравномерная стена, поэтому бульбашки по-любому будут. Это так всегда строители говорят, неравномерная стена, неравномерная подлога. Юля, так. Хреновое настроение. Ты сейчас убоину порвешь. Не порву. Того, что Юля не мог придумать задание, Юля начала придумывать задания себе самостоятельно. И такая, а что мне делать? А что мне делать? Ну...
бери кисточку и крась стены. Она говорит, все валиком красят, а я буду кисточкой красить. Что это за х**а? Что это за х**а? Нет, не хочу. И я думаю, познакомлю тебя с Лобзиком. И как ты себе это представляешь? С краю начинай. Красота! Вот тут вот, давай, с краю начинай. И пошла. Только держи ее, она будет дребезжать. Включается у меня в голове, понимаешь, музыка Satisfaction, потому что выходит Юлия Красота на сцену и Лобзик. Цирковой номер. Здравствуйте! Я даже не вела. Да. Она не держится вообще. Конечно, я не сталкивалась с поверхностной работой, хотя, мне кажется, на Ютубе можно всему научиться, как в моей истории за машину. На механике я не обучалась, я не знаю, как пользоваться, эти все передачи переключать, это сцепление. В общем, у меня каламбур в голове. Выезжаю, первый светофор мой, я там стою, туплю минут 10. Все машины сигналят. Ну, прикинь, встала на светофоре, и все, я не могу тронуться. Это гребаное сцепление, блин. Я включаю YouTube и начинаю по YouTube ознакомливаться с коробкой передач. Значит, так думаю, ага, первая передача, сцепление, отпускаем, дальше вторая. Я, значит, это же видео смотрю на светофоре, а эти же все, представь, объезжают меня там. А я сижу, мне так смешно, у меня истерика. Фух, тронулась, уехала, приехала домой, вся потная. Давай, Катя. Да? Что-то ты мне... Что ты сделала? Бодь, вот ты, пожалуйста, не это. Все я нормально делаю, выпадает пилка эта. Так ее надо зажать. Я, значит, приловчилась, поняла, как это делается. И аж бегом вырезала из фанеры нужную нам форму, кайфовала. Отлично. О. Понавырезала она мне... Такая молодец, блин, реально. Такая молодец. Она мне все вырезала. Просто я был. У нее можно было под конец вот этих вот вырезаний листов ей разряд давать, блин, по фрезеровке, блин, почему-то еще, блин, по какому-то делу, блин, лесному. Я сегодня столяром была. Во, круто, блин. Я еще не была столяром. Давай зеленую штуку хренячить. Я думаю, буду я приступать к этой центральной стене и буду оббивать ее покрытием уже вот этим вот из травы. С горем пополам мы прибили этот рулон, спрятали же сбоку освещение, прибили его на жидкие гвозди, профиль, прям как надо, понимаешь, практически. Ну, только на жидкие гвозди никогда профиль не ставится, но в условиях... Потому что на 4 часа времени можно себе было позволить такую фривольность. Бодя, ну як, тебе подобается вже? Да, мне нравится. Да? Мне не нравится то, что получается. И типа смотрится не так, как будто в команде у нас архитектор. Вот, смотрится реально так, как будто типа, типа делал какой-то аматор, такой вот самый простенький, типа вот эта трава, газон на стенах, то есть такой дешманский. Когда у меня газон на стене, то у меня появляется много вопросов, потому что больше похоже на страх и ненависть в Лас-Вегасе. Look at your face. You're about to explode. Дим, посмотри на чувачков. Мені заходять. Малюнок – це в нас дівчата. І я б все-таки сказала, що українки. Це був теж такий, я не знаю, це, мабуть, кубізм. Досвіду художника в мене нема. Значить, єдине, що мене може поєднувати з цією атмосферою, перше, що я вчилась в школі Леонардо да Вінчі, коли жила в Італії. Я дуже пам'ятаю, колись ми робили підробку картин, ну, типу, це якби одне з вид занять, да? І я собі думала тоді схалявити, я навіть не пам'ятаю, що це був за художник. Ну, в общем, я дивлюсь, там реально був один стул. І я вибираю цей стул, я думаю, що його там перемальовувати, раз-два перемалювала. Але в той момент я навіть не звернула увагу, що там ковер під цим стулом був в мозаїці. І мені цю всю мозаїку треба було чітко перемалювати лінію в лінії. Коли можу рисувати будемо?
Бодя придумал как картины а-ля, которые мы сами нарисуем, типа мы будем передавать в нашем ресторане типа наши эмоции и дарить гостю эмоции. Вот. И то есть у нас там у каждого была идея, чтобы каждый из нас передал какую-то эмоцию на холсте, и потом мы эти картины повесим в интерьере заведения. Роби, малюй тогда свою картину. В тебе любовь. У мене була емоція любов, і я хотіла показати все поглинаючу любов на планеті Земля. І тому в мене була над таким центральним елементом була нібито планета Земля, але все в абстрактному такому, да, не чітко. Тобто, ну, зрозуміло, що планету Земля можна розподілити на цій картині, знайти її. А любов я зобразила у нібито сонце, так, яке зігріває нашу Землю. А у мене яка емоція? Будь страсть, будь страстю. Страсть. Ну, звісно, що ви мені ще дали? Я думаю, о, страсть, это интересно. Я сразу погрузилась в какие-то свои там страстные воспоминания и начала рисовать красным, черным, желтым, всплески все эти. А я тогда кто? Вера, надежда, что ты хочешь? Я хочу богатство. Давай, рисуешь богатство, мне нравится вообще. Ну, мне нравится история, когда рисуются, ну, типа, не стандартными кисточками, а чем-то еще. Я использовала салфетки. И просто вот так вот, вот так вот, вот так вот тебе, получай. Ну, вот в этот момент я прям чувствовала себя хорошо и даже как-то отдохнула. Так, Яна, что ты рисуешь? Веру. Веру. Моя такая. Я ей дал веру, потому что у нее заниженная очень самооценка, и она не шибко верит в себя, хотя у нее все good. Середземноморські нотки подарують вашій страві незабутній смак. Торгова марка «Іберіка» – частинка Іспанії на вашому столі. Вітаю, друзі! Добрий день! А що це у вас тут таке? А, це... Вітаю! Мистецтво. Богдан, ну що, підходьте, розповідайте, що за концепт ви придумали? Концепт у нас, ресторан називається «Душа Art Space of Emotion». Ми будемо грати на контрасті наших блюд з внешніми составляючими цього ресторану. І для гостей теж нас чекає дуже цікавий інтерактив, посвящення в арт-пространство. У нас, кстати, в ресторане мы еще оставили отдельную панель для гостей, оставили краски, кисти, и каждый гость также сможет выразить какую-то свою эмоцию на картине. А ежа? Мы попробуем вызвать эмоции. У нас несложные блюда на самом деле, но с интересными названиями, с интересными историями. Food story есть. Каждое наше блюдо, оно будет связано какими-то там, типа, или детскими историями, или какими-то там, типа, моментами из жизни, которые, типа, откликнутся в душе каждого. Добре, пішов я. Бажаю вам успеху. Хорошо, спасибо. Бляха-муха. Довбані ці ножики. Шматочок пластирю туди. Заклеїте просто, щоб не було цього. То фігня. Ну так, все, спасибо. Все, жити буду. Вітаю! Здравствуйте! Будівельнички! Ну що, як справи у вас? Хорошо, ми довольні. Розказувати вам? Чи не розказувати? А ну, розповідай усе. Давайте, я вам все розкажу. У нас буде етнічний ресторан локальної кухні. Етнічний ресторан – це означає, що він зроблений в етнічному стилі. А локальної кухні – це те, що ми будемо готувати наші, називаємо це так, авторські, наскільки їх можна назвати, страви. З продуктів, які ростуть в нас. Називається наш ресторан «Ї». Що? «Ї».
Є буква українська «ї». У мене перше, що приходить в голову, це їжа. Їсти, їж. Тобто, ну, різні форми. Чому іменно буква «ї»? Тому що це буква, яка відрізняє наш алфавіт від інших алфавітів, зокрема слов'ян. Так що це єдина літера в слов'янському алфавіті, типу, яка є лише в українському алфавіті. От в чому суть. І того ми вибрали букву «ї». Ось так. Добре. Глобально всім-всім займаються. В нас Марина відповідала за ось цей малюнок. Вона його робила, підмальовувала. Марина має такий художній смак? Так, мені так повезло, ви собі не представляєте. Я не вірив. А це корова? Ну, це такі, скажімо так, абстрактні. Я бачу хвіст, ноги. Ні, де хвіст? Це люди. Картини в стилі кубізма. Тут ще таке, воно все завалено. Коли ми доведемо до кінця, ми ще логотип зробимо нашого ресторану. Напевно, буде гарно виглядати. Добре. Цей колір – це жах. До цього – це ні. Темніший хочеш? Це Барбі, сорян. Тож, типу, цей розовий цвіт йому не подобається. І Діма там вже щось викрикуєш, це розовий цвіт, як в Барбі, що в нас такого нема. Хоча в нас такий цвіт був, бо я його мішала, типу, там. І я беру темний і починаю перекрашувати, ну, типу, в темний. Ну і ніби поки так. Ще якщо щось вас цікавить, то питайтеся, буду вам розказувати. А про концепт... Не роби цього, я будь ласка. Я не роблю розовий, я роблю темний такий, як ви розумієш, тут. Будь ласка, не чіпайте зараз цю, я зараз поясню. Пожалуйста. Будь ласка. Ну дуже хочеться показати, який він мегаважний на всіх аре. Я думаю, ладно, Володимир зараз піде, і типу, я з тобою поговорю. Не хочу красти, ну все одно покраситься так же. Бажаю успіху. Дуже дякуємо. Дуже побачимось. Дякую. Так, побачимось. І все, Володимир йде, я йому зразу кажу, типу, Діма, ти на мене не кричи. А тепер розкажи, що ти на мене вилаєш. Дім, я крашу таким самим розумом, як оцей темний. Я не кричав, я просто, я дивись. Дім, по-перше, ти на мене кричиш, дивись. І я тобі кажу, на мене я не раджу кричати. Дивись. Ні, я взагалі, типу, нікому на себе не дозволяю кричати. Тим більше, типу, ну з халіри взагалі кричати, якщо воно все одно буде такого темно-розового кольору. Дай хай трошечки воно підсохне, так, і тоді попробувати. Так, немає, потім о, ну бач, ну от, ти сюди зверху. Пішла по цьому, я, типу, я через то попросив, щоб я навіть омбре можу зробити. Так, чоловік береться поганяти того, кого он знает, что можно погонять в присутствии вот этих людей. Вот так я это все закручу, но имена вот мне не хочется говорить. Я просто наблюдала, видела, мне неприятно было, и все. Команды, увага! До завершения будівництва залишилася 1 година, тому варто подумати і про закупівлю продуктів. Сині і червоні. Ходімте за мною. Владимир зовет нас в ресторан для того, щоб ми заказали продукти на завтрашнє меню. Тепер можна подбати про продукти. Що особливо приємно, зараз не треба кудись їхати, спішити і хвилюватись. Достатньо зробити пару кліків у гаджеті. Та потрібні інгредієнти доправлять вам під самі двері. За якість не переймайтеся. Все, що душа бажає, можете замовити на сайті АТБ. Отже, це вам, а це вам. Планшети в руки і вперед замовляйте. А тепер наші так, і сюди ми, от. Може, з риби почнемо? Так, да, давайте. Да? Смотрите, яка красива риба. Подожди, тебе на десерт. Що треба було на второй десерт? А мені шоколад нужен був і вишні. Шоколад і вишні, так? Да. Да? Да. Отлично. То, що нам треба. Посмотри, яка красива. Корзину. Ми пройшлися по овочам, по фруктам, по м'яті, рибці, вибрали, що нам потрібно. От, завтра нам красивенько все доставлять, і ми будемо задоволені готувати. Все хорошо. Готові? Так! Давайте планшети на базу. Ой, дякуємо. А ви йдіть, добудовуйтесь, будь ласка. Все, ребята, поїхали! Спасибо. Спасибо. Заказали нашу еду, остается у нас час.
же эти, как его? Еще ж... Где зеркала, блин? Зеркала и... Вот зеркало, вот. Зеркало, свечи, все здесь. У меня есть картины, под которые делается постоянно подсветка. Знаешь, тот сверху, вот классическая подсветочка. Я думаю, я не хочу. Ну, не хочу я подсвечивать картины так, с того, что они у меня будут нестандартной формы, так и свет для них тоже должен быть нестандартный. Я взял светильники направленного свечения, которые создают луч, проекцию. Концепция такова, что я беру этот светильник, направляю на зеркало, зеркало дает отражение, солнечный зайчик. И таким образом я подсвечиваю и картину, и даю настроение. Яна, желтые саморезы. Желтые, большие, длинные. Да, саморезы, не ножи. Я не знаю, что это такое, понял? Вот такие, держи. Не нервничайте, нагнетай. На. Психовал от того, что у меня нет еще одного мужика, который мне поможет просто в том, что я делаю. А девочки чисто физически, они как бы не хотели, просто физически бы не удалось сделать. Скажи. Да ну блин, ну. Так скажи, что надо. Да вот что, вот мне что надо, вон что мне надо. Я что, маю чекать твои думки? Давай поговорим об этом. Ему надо повесить, короче, трос, чтобы свет закрепить над столами. Где бита с шуруповертом? Спасибо. Мы к вам в гости, нет, можно? Нет. Можете уйти, пожалуйста, можете уйти? Девушка. Ладно. Спасибо. Мы к вам так не обращались, когда вы приходили. Я попросил, пожалуйста. Вы к нам приходили, и мы не говорили таких слов. Мы вас, просто на все вопросы мы отвечали. Вы посмотрели, есть глаза, почему ими нельзя пользоваться. Просто было неприятно. Поки все йде, мені все подобається, получається. Полочки я прибив, поставив туди траву. Боже, як мені серце тішилось, як воно гарно дивиться. Гарно ж дивиться, правда, ті полочки з тими штучками? Останні приготування. Ми починаємо вішати люстри. Ану, дивись, приблизно рівно. Зараз, я та йду, подожди. Ану, покажи мені, да, одинаково. Починаємо трошечки прибирати. Дім, помоги, пожалуйста, подержи пакетик, щоб я висипала туди мусор. Выкладывается, экспозиция ставится на свое место. Ты именно вот эти хочешь сюда? Ну, декілька так, чисто вот так. Вот, все, достатньо. И десь за хвилин, напевно, 7 до кінця мы завершили уже свою работу. Мне подобається. Мне тоже очень нравится. Ну, коли ми закінчили, і я побачила особливо всю цю картину із цими фотозонами, і перше слово, яке в нас всіх просто виникло на вустах, це те, що в нас затишно. У нас реально затишно. Все. Все, є, все, файл. Саме останній штрих ми забрали. Цок. У нас час не закінчиться, але давайте обійдемо. Молодці, спасибо всім большое. Смотрю на другую команду. Блин, а у них такой красивый интерьер, реально, мне так понравился. Ну, это там кимоно постаралась. Но мы уже ничего с этим не сделаем. Да давай делать, более мы не успеем, мне надо мы пробовать. Мы успеем, делай. Давай делай. Я сегодня неправильно распределил свое время. И в этом была моя проблема. Ничего. Дайте мне эту металлическую хрень. Давай вот так вот оставим. Металлическую хрень. На какую хрень? Хрень металлическую. Хрень металлическая. И, как-то я себя собрал в руки, сделал этот трос, который должен у меня над столами висеть. И стоп, час вышел. Единственное, что не получилось в рамках времени сделать, это как раз мое направленное освещение солнечными зайчиками. Витя? Да.
ожидания и реальность — это типа катастрофа. Просто катастрофа, потому что, я не знаю, типа, сравните типа эскиз, вот рисунок, который был реально красивый, профессиональный, с авторскими там всякими темами. И вот это типа с зеленой травой, вывесками, разноцветными картинами в разном стиле. Мне кажется, нас спасет только вкусная еда. Не, ну симпатичненько вийшло, я. Побачимо, як воно все завтра зі столами буде гармоніювати, як воно буде гармоніювати в нашій композиції, так, зі стравами. Оця картина, яка біле полотно, дуже класно зіграє, так? Можливо, цей інтерактив зайде і сподобається гостям. Тому побачимо, як завтра буде. Навіть дуже цікаво, що спрацює, тому що я бачила інтер'єр конкурентів. Дуже цікаво, дуже прикольно вони зробили. Не знаю, щось таке аутентичне вони роблять, чи це вони до українських страв, чи, можливо, навіть я щось дивлюсь таке схоже на національне азіатське. Ну, щось цікаве. У наш час важливо піклуватися про чистоту не тільки вдома, а й у навколишньому середовищі. І долучитися до цього процесу може кожен. Торговельна марка «Фрекенбок». «Фрекенбок» з турботою про планету. Заходи, 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 заходите. Ого, нічого собі. Рішаючий день по нашим ресторанам. І сьогодні ми готуємо для глибоко вважаємих гостей. Ради вас бачити, Ірино. Зазвичай тим, хто пропускає випробування, потім дістається чорний фартух. І це справедливо. Але у важкі часи ми, кулінарне братерство, маємо підтримувати одне одного. Саме тому ви все ще в білому. Сьогодні не лише ми будемо пригощатись у ваших ресторанах, але й наші з Олею та Володимиром гості. Ми запросили по одному другу, тож не осоромте нас і себе перед ними. Він казав, коротше, що братва, треба зібратися. Ви не маєте опозорити кухню майстер-шеф, ви маєте викластися на всі 100. Загалом кожен ресторан прийме по 6 гостей. Як бачите, всі необхідні продукти, які ви замовляли, вже на ваших столах. Те, що ви замовили різноманітні інгредієнти, вже говорить про вашу майстерність. Адже всі ми знаємо, не обов'язково витрачати багато, щоб приготувати вишукану страву. Смаку ресторанного рівня можна досягти і зі звичних нам доступних продуктів. На приготування ми дамо вам 2 години. Меню у кожної команди має складатися із 2 закусок, 2 основних страв і, звісно ж, 2 десертів. Ви готові? І ми такі: «Воу, пане Ектор, ми готові». Час пішов. Поїхали. Пошли, до третє. У нас, получается, был день на то, чтобы придумать наше меню. Эту ночь, ну, вот что было, действительно, я легла спать где-то около, наверное, 3, а проснулась я в 6. Конечно, у меня глаза с орбиты лазили, так хотелось спать. Отже, Богдане, який концепт вашего ресторана? Каждое блюдо должно вызывать эмоцию. В этом весь основной концепт. Я хотел, чтобы гости услышали мою историю, нашу командную историю. И в этом нейтральном пасторальном интерьере додумали свою и вспомнили какие-то свои воспоминания. На закуску у нас креветка с персиковым чатни и соусом лайм, мята, кинза, пленка из редиса. Заграничные гости — первая закуска называется. Потому что, по сути, ну как бы, приезжает вот тебе, к тебе тетя Юля в 90-х из Алушты, и тебе надо ее удивить чем-то. Ну, естественно, ты покупаешь креветки, какой-то фрукт, и сразу такое что-то заморское. Вторая закуска у нас «Телячьей нежности» называется.
карпаччо из ростбифа, просто нарезанный ростбиф, но методом карпаччо это максимально тонкие слайсы. Какая, собственно, тут идея, что, мол, папа у нас готовить не умеет, поэтому он нарубил сырого мяса, а перемешал все самые вкусные продукты, и типа вот ему так вкусно. На основное у нас цветы соседней клумбы. Это равиоли, которые слеплены такие в форме цветочка. Okay. Ага. Почему цветы соседской клумбы? Это вообще на самом деле история с моего детства. До школы было 5 километров, и я постоянно домой приносил такие охапки цветов. Мама. Мама не ругалась, маме очень нравилось. Я просто, когда просек, что нравится маме, маме нравится, когда ты приносишь с корешком и садишь дома. Но на самом деле, вот все, что я потырил на чужих клумбах, извините, люди, конечно, что я востырил эти цветы, но они растут у меня дома и по сей день и радуют глаз и мне, и моим родителям. Второе у нас на основное – это первый улов. Это у нас будет дорадо в панировке сухарей и зелени. Ага. Первый улов. Это детство. Это какое-то, знаешь, как весна или лето. Ты собрал удочки, взял товарища или друзей вообще, и вы пошли на озеро или на море. Не знаю, как у кого где. Ловить рыбу, и ты споймал эту рыбу, и у тебя максимальное ощущение счастья. На десерт у нас два десерта таких. Бабушкин пирог с вишней, ага, первый называется. Хорошо. Здесь эмоция, что ты пришел в гости там к бабушке, дорогой, типа она тебе приготовила этот пирог. То есть это такое теплое блюдо, которое должно вызвать теплые эмоции на душе. А второй – это частички души. Шоколадная сфера, которая открыта. По виду это напоминает шкатулку. Например, шкатулка с какими-то украшениями. Ты берешь их, открываешь и вспоминаешь какие-то приятные моменты жизненные. Спасибо. Удачи. И вам спасибо. Меню у нас придумано, все круто. Мы распределили между собой процессы и приступили к готовке непосредственно. Діма, який у вас план? Значить так, в нас етно-ресторан, ага, слоу-фуд-кулінарії. А, хорошо. Хто не в курсі, бо, можливо, є такі, я це зрозуміло, це на кожному кроці, на слоу-фуд, але ти не в курсі, я бачу, да? То це означає те, що ми готуємо з продуктів, які знаходяться в радіусі 50 кілометрів від нас. Тобто все, що росте в цій місцевості на даному етапі, ми готуємо з цього. Чому ми прийняли таку тактику? Для того, щоб якби ця серія, і, як, зокрема, інші, була і пізнавальною. Щоб після цієї передачі, після нашого ресторану, звичайна домогосподарочка, звичайна, така маленька домогосподарочка, така, отака, ну, трошки більше. Щоб вона пішла, відкрила свій холодильник, взяла ті продукти, які ми сьогодні взяли, і приготувала смачнючі страви. Все. Меню. Значить, сьогодні в нас на закуску перша в нас буде страва, називається «Ходить гарбуз по городу». З печеного гарбуза, перемішаний з в'яленими томатами та жареними томатами пілаті, з цибулею, часничком, різними спеціями. На другу закуску в нас палаюча печінка. Ага. Вона буде стояти в нас на основі яблука фломбе. Yeah. Якщо в нас вийде, перед подачею ми будемо, ага, поливати трішечки коньяком і підпалювати її. Хорошо. От, наступна страва. Це, ага, буде в нас гомілки курей. І, ага, також будуть... Ми зробимо такі невеличкі якби стейки з грудинки, да, тобто буде два види. Гомілки ми витушимо в сидрі, ага, а стейки обернемо під черевину, да, якби в бекон, і засмажимо, і також там буде декілька видів гарнірів. Хорошо. От, називається коко. Коко – це курочка. Ну, коко. Наступна основна страва – це в нас рвана свинина сьогодні буде. Ніби вовки прилетіли до хати і взяли ту свиню. Як в цьому, як в Тарантіно в «Убити Біла». Бачила? На десерт. В нас два сьогодні десерти. Так, да, як і всього, так. Перший – це міцний горішок буде. Ага. Буде два види бісквітів горіхових. Ага. І також буде там якийсь мус. І другий десерт, вона називається «Весела вишня». Чого «Весела вишня»?
Тому що виходить так, що в цьому десерті, крім вишні, ще одним із головних компонентів був мак. І вишні вже не самі, типа, не так скучно, бо є, типа, ще й мак, типа, і вони, типа, веселі. Звучить цікаво. У вас є копія? Так, так, так. От тут вона. І, в принципі, він каже, окей, окей, Дімон, прикольно, тобі мені подобається, давай вечором будемо. Будеш? Все, дякую. Дімка такий кумедний чоловічка, що я не пойму, коли він шути, коли він не шути. Кокоси, банани. Клас! Хорошо, хоч два взяла. Для ж мусу мені потрібен був кокос. Я реально відкривала дома лише один раз. І то, мені здається, чоловік мені допомагав. Ого! Бо ти вмієш відкривати кокос? Щоб я ціленаправленно цим займався в своїй житті, не було такого. Угу, фігушки. Ще в руку, блін. Ну, одним словом, якийсь сьогодні жах трошечки творився відносно кокосу. Ану, шандарахни. Так і тим же давай. Ну, ладно. Господи, красота, ти мене удивляєш, я тебе говорю. Я всіх удивляю завжди. Мамка зробила там спеціальні, короче, кокосові сливки. Як у тебе по процесу, Мар? Ну, кокос мене збив хорошо. Иру изначально из-за того, что у нее хорошие организаторские качества, я назначил су-шефом. Как у тебя дела? Все успеваешь? Другу. Роблю те, что замесила. Ага. У тебя получается все, да? А у вас как дела, ребят? Все нормально? Готовлю заготовку на равиоли, перцы уже готовы, остужаются, а морковка тоже остужается на пюре. У тебя все получается? Думаю, ну я ж вроде капитан, мне надо это максимально показывать. Такой, подойду и я. Ты полностью чистишь, да? Конечно, булочка. Она уже отварилась, да? Да, вот я разделяю на волокна. И сразу надо с сыром это делать, чтобы грудинка не высохла и не стала сухая. Так что дай мне, пожалуйста, мне сыр, который, дать тебе который, его, да? который нужен. Да, я сразу Окей. это все смешаю. Братва, ускоряемся! Значит, Міра відповідає за основну страву коко і за хліб. Саша їй допомагає. Блін, тут оси літають. Проганяй їх просто. Треба як в дитинстві казати, знаєш, соль вода. Діма, давай, тому що у нас закуска. Марина Кімано сьогодні робила дві страви. Закуска «Уходить гарбуз по городу» і «Весела вишня». Ну, ти чим ще зайнят? А я взявся за основну страву – рвану свинину. А також сьогодні в нас є комплімент. Було три види хлібу. Я ще його покидаю чуть-чуть. Мені потрібно було бути дуже спокійною для приготування хліба. Я старалась внутрі так держатися. Це дуже важливо для теста, я так вважаю. Как жарко, мне уже надоело кривиться. Кстати, когда стоит машинка, то тенек получается. Котик есть, да? Немножко. Блин, ну тут все тает. Там є проблеми в нас з тарталеткою, тому що потрібно зробити пісочне тісто, 30 градусів жари. Це прямо дуже погано для пісочки. Давай, я може хоч прикрию, чи то нічого не дасть. Так, да, лучше прикрий. Я поняла, что нужно находить какие-то выходы. Для того, чтобы взбились мои сливки, поставила чан и венчики в шокер. Так, ребята, в шокер не лазить вообще пока. Для того, чтобы можно было приготовить песочное тесто, я тоже поставила чан, специальную насадку и кинула масло в морозилку, чтобы оно максимально было холодным. У меня была цель сделать обалденный десерт и победить кондитеров из другой команды.
И тамада хороший, и конкурс интересный. Дальше у нас как бы вообще по идее, по нашей типа задумке, должна на десерт быть шоколадная сфера. Но при всем желании я сейчас могу потратить все время, которое у нас есть, но сферы на такой жаре я никак не сделаю. То есть для шоколада нужно 18 градусов, ну хотя бы типа там ну 22-24, если потолок. У нас 30, у нас палит солнце, а шоколад вообще типа как делается, типа когда ты его темперируешь? Ты его нагреваешь до определенной температуры, выливаешь на стол, он должен очень быстро остыть до другой температуры, потом ты его еще на 1-2 градуса поднимаешь эту температуру, и тогда только ты можешь залить сферы. Знаєш що, ти частково, як будеш темперувати, коротше, візьми собі частково, охолоди одну порцію шоколаду і додавай. Знаєш, є такий спосіб темперації, коли ти розпиляєш... Іра, це коли 18 градусів в кімнаті. Ой, це на поверхні, коли 18. Іра, це завжди з шоколадом 18 градусів, він посидіє. А що робити, слухай? Ну, я зараз думаю. І сфер нету, я розумію, що це буде розібраний десерт. Ты мой су-шеф, и если что, я на тебя одену черный. Все. Юлечка, ускоряемся, пожалуйста. Боть, я делаю все, как я могу. Моя задача сегодня была приготовить закуску с креветками и чатни из персика. Чищу эти креветки. Чищу. Мне уже казалось, я как бабушка какая-то на скамейке сижу с этими креветками, как семечками. Жарко ж еще. Мне уже одна нога загорела. Придется вторую в солярии. Загораю. На море не попала, думаю, хоть здесь позагораю. На мастер-шеф приехала позагорать. Я тут супчик варю, желатиновый. Холодец. А что это в тебе такое вообще? Это масса желатиновая для того, чтобы сделать форму вишень. Так как мы на мастер-шефе, мы не могли просто приготовить песочный пирог с вишней. И я буду сегодня делать специальную желатиновую массу для того, чтобы сделать отдельно форму вишни. То есть я буду использовать реальную вишню. Но типа я сделаю форму, и вместо самой вишни внутри как бы будет мусс, а выглядеть будет как будто это вишня. И мы положим это рядом с пирогом, то есть а-ля несколько вишенок ушло. Вот. И вот такая вот история, то есть как ты берешь есть вишню, а по факту получаешь ванильный мусс. Ох, и запах, конечно, от него. От кого? Да от желатина. Угу. Я смотрел на команду синих, у них такая же атмосфера царила тоже на кухне, у них без особых криков. Мариха, ты в духовку включала? Ну посмотри, конечно, да, включено. 150 вижу. Ну так а что спрашивать? Смотри, нет, пожалуйста, я спрашиваю, ты ли? Мне не очень было комфортно, что периодически меня Марина отвлекала на какие-то там... Маришка, можешь пошевелить сковородочку, пожалуйста? Да. Угу. Куда делись салфетки? Вот, Мариша, извини, я стащила. Возьми мне лопатку, пожалуйста. Силикон. Какую? Силикон. Ринка, ты, блин, с одним десертом отвлекаешь всех. Так, все, спасибо. Ребята, не отвлекайте, пожалуйста. Марина Клюшка сегодня отвечала за наш десерт «Міцний горішок». Тим, с твоим другим десертом я тебе кажу, трындец. Да он тупо сырой. Она забила бисквит, и там достается бисквит, и это просто какой-то кирпич. И я так понимаю, крем ты тоже не варила? Крему нема. Гелю нема. Для мене люди поділяються на два типи, ну, на різні там типи, але є ще такі люди, які поділяються на два типи. Коли ти кажеш, наприклад, людині, іди купи коньяк, і людина купляє коньяк, колу і стаканчики, а є людина, яка просто приходить з коньяком, і ти кажеш, а де стаканчики? А він такий, а треба було стаканчики? В принципі, ота сама сьогодні ситуація. Це моя все одно помилка як капітана, те, що я мав чітко сказати. Ти робиш гель, я тобі кажу, як його робити. І ти робиш крем. Я цього не сказав. І в розумінні Марини Клюшки було те, що вона має просто спекти два бисквіта. А гель мав в її розумінні зробити я, а крем, напевно, Аліна. Про
Просто надо было тогда поменяться, сказать, чтобы я стала на десерт, а ты на закуску. Ну, ты говорила, что сделаешь свое и придешь. Так же ж было. Перед конкурсом мы обговаривали всю ситуацию, и ты мне говорила, что ты придешь мне помогать. А тут я должна уже сама все знать. Но это было странно. Марин, я тебе сказала, что ты знаешь, как все делать? Ты сказала, да. Я говорю, если с закуской ничего не будет, я прийду, поможу. Но это не значит, что я буду делать. И девчата что делают? Они обрезают края, середину сыру они выкидают, те, что края вырезают. У нас подача кардинально меняется. Аліна швидко якимось чином робить смачний крем. В натурі вона що не що, крем смачнюзний був. І починає робити подачу. Быстренько! Все хорошо у тебе. Не нервуй, Катя. Нервуєш? Ні. Яна сьогодні займається процесами розділки риби. Там від костей це все почистити, зробити паніровку для неї. Ян, можешь чуть посолить? Соли чуть-чуть добавь в панировку. Соль, у меня панировку. Силь солона. Соль соленая? Ой, поди, рыба солона. Хорошо. Я думала, соль у тебя соленая. Блин, мы-то не привыкли к этому. Также она занимается тестом на равиоли, собственно, лепкой. То есть мы там вместе подписаны один аккаунт в Инстаграме. Она там смотрела, как эти цветочки прикольно вылепить. Хорошо? Хорошо. Ребята, у кого пищевая пленка? Я не знаю, не видела. Ей прям очень больно. За секунду стало. Я понимаю, что ну я порезалась не просто так. Я порезалась мандалиной. Можно, пожалуйста, доктора? Она очень острая, и это с разбегу, грубо говоря. То есть ты же берешь разбег для того, чтобы у тебя все было ровно. Нет. Просто больно. И, короче, одели мне на пальчик. Господи боже, у меня уже руки трусятся. Чего? По часу. Синие и червоние, увага, ваш час на работу вышел. Капец. Теперь у вас есть 1 година, чтобы выдать все свои стравы, которые мы замовим разом с гостями. Конечно же, бесспорно, была на первом месте официантом была я, чтобы, конечно же, очаровывать гостей, общаться с людьми. Они сразу все блюда будут заказывать? А, это зависит только от гостей. И Маша. Ну, она тоже красивая девушка, скажем так, на любителя. Сейчас. Я работала официанткой. Я работала, ну, в заведении хорошем. У меня была булимия из-за этой работы. Я не могла есть из-за графика. Я приходила на работу в 8 утра, уходила с работы в 6 часов утра. Потом у меня был, ну, типа, полдня. Я выходила на вечернюю смену в 8 часов вечера до утра. И только потом у меня был выходной. То есть вот такая вот история. И в таком ритме, ну, типа, существовать долго, я не знаю, как люди с этим справлялись. Вот честно, не знаю. Юль, здесь нет фраже. А? Фражей нет посередине. Поэтому я была одной из официанток, а Юлю Крысту, наверное, ну, за внешний вид там, и за повадки, для того, чтобы интертеймент был. О-хо-хо. Смотри. Душа. О, душа. Space of emotions. Какие эмоции. Так, в общем, первыми к нам приходят Эктор и Григорий Решетник. Сегодня мы вас приветствуем в ресторане, который является одновременно пространством для эмоций, всяческого их проявления, и вот мы называемся «Душа». Мы показываем сегодня нашу душу. А эмоции мают изменяться до куштования стравы? Я надеюсь, что будет, знаете, как сначала к пику, только, да, только к пику будете подходить. Так. Он мне очень нравится, он крутой. Парень, я не знаю, можно так говорить, да, молодой, красивый, короче, шикарный человек.
Вот. Он очень добрый, я, в принципе, холостяки с его участием всегда смотрю, мне нравится. Вот. Ну, не с его участием, он женат. У него скоро трое детей будет, уже двое есть, скоро три. Алексей, может, уже родился. А может, к тому времени, как передача выйдет, уже родится. Поздравляю. Пожалуйста. Дякую. Настроение. Здравствуйте. Так. Добро пожаловать к нам в ресторан. Добрый день. Сегодня я первый раз видела Григория. До этого я его видела в передаче «Холостяк». По телеку он какой-то более такой несерьезный, что ли. Вы хотели бы обычной водички или с лимоном? Я буду звучайной. Добрый, зараз. Для меня с лимоном. Водички налила, чи что-то сказала, я уже не помню, все было как у тумане, понимаешь, как первый раз выбралась на работу, первый день, и важные гости, и все. И побежала плакать, знаешь. До встречи, дякую. Значит, приходят же люди в ресторан. Владимир, изволите ли вы... Гриша, ну давай допоможем. Ты Катя, а я Володя. Володя сьогодні приходить зі своїм сушефом Григорієм. Може, з нами присядете? Та я теж думаю, так треба було робити. Вам таке ніхто не зустрів? Прийшла в ресторан, а не знімати мужчин. А Ольга приходить своєю подругою Піщанкою. Катя, ти б ще хотіла повернутися на мастер-шеф? В качестві учасника, думаю, що вже достатньо. Неправильно. З нею приходить Юля Щебенка. Ну що, вона вже настільки вона медійна, що вона обідчива, чи що, я не розумію? Да? Так от зараз обідеться на мене на все життя і все навіть буде в мою сторону дивитись? Я зрозумів. І приходить сьогодні Оля з Катєю Пісковою. Вот, не хочу. Знаешь, ты на судью умеешь? Вибач. Кстати, нет. Кстати, нет. Я вот, как бы это сейчас не выглядело, может быть, там, вульгарно, что мы там любезничаем, там. Я считаю, что ты прям находишься на своем месте. Та и все. Закордонні гості, це, мабуть, скоріше проектор. Ектор у нас самый заорский, самый гость. Хоча він вже справжній українець, господар. Так, так, так. Я тоді буду телячі ніжності. А я замовлю все, що не буде Гріша. Хорошо. То есть сразу все меню? Договорились. Супер, супер. Все меню. Слухай, такий модерн по-українськи, знаєш, мені здається. Ну, от справді, я десь вже бачив подібні ресторани. Це той випадок, коли, знаєш, ресторатор вирішив не звертатись до дизайнера. Це як вареники молекулярні. Молекулярні вареники. 100%. Коли ресторатор, коли у ресторатора дружина вирішила бути дизайнером. Дуже комфортно, да? Хочеться наче. Красиво, я дуже люблю свічі. Знаєш, тут немає чого-то лишнього. Обоїв, каких-то навісних вот этих штук, лишніх картин. Нема кому замовляти. Доброго дня, шановні гості. Діма, ти згорів чи загорів? Я згорів, змучився, і мені дуже жарко, і може й загорів. Я радий вас вітати в нашому етно-ресторані. Як називається? Ї. Ї? Просто буква Ї. От. Їжа, їсти, їж. Тому зараз підійде Сашко офіціант, принесе вам комплімент. Саша Соус, він буде офіціантом. Зрозуміло, що в нас сьогодні має бути україномовний, швидше за все, офіціант пасувало би. Доброго дня, мене звати Олександр. Це в нас молочний хліб, житній і зернятами. Самі робили? Так, все самі робили. Правда, і самі і за дві години хлібів обикли? Так, так, я до іншого столику. Доброго дня. Доброго. Ми все чули. Мені
якось дуже складно. Пішли всі. Алло, Катюнь, алло, Кать, привіт, привіт, що робиш? Говори зі мною по телефону. Привіт, Оль. Привіт, привіт, ти зайнята? Сейчас как раз закончила работу, думаю, чем заняться. А не хочеш, ти голодна? Я так хочу перекусити смачного із новенького. Що там відкрилося? А, я слышала, открылся ресторан «Ї». Що? «Ї». Хто? «Ї» – ресторан. Ну, «Ї» – українська буква «Ї». «Ї». Просто «Ї»? «Ї». Ну, як… «Ї». Як «Ні». «Ї». Як «Ї», «Ї», вторая «Ї». Ну, підемо в «Ї»? В «Ї», да. Ти хочеш мене… в «Ї»? Зустрінемось в «Ї». Ну так, там така кухня справжня. А що після «Ї» будемо? «Ї-ї» будемо. А хто буде в «Ї»? У гості мені подобається сьогодні. Щоб придбати вишукані продукти, в наш час не обов'язково виходити з дому. Пару кліків і продукти вже на вашому столі. Спонсор показу – торговельна марка «АТБ». Онлайн обрав, отримав. Ми можемо зробити замовлення. Ви одразу хочете зробити замовлення? Так, ми готові. Ви готові? Зараз я візьму, куди записати. Да, можна не записувати. Так, добре, я слухаю вас. Все меню. Все по одному вам? Все по одному, так. Все по одному, окей. Будь ласка. Ми, мабуть, все меню заказали, так? Да? Угу. Все по одному. Що там, там навіть записувати не треба. Все меню по одному за такий-то столик. Окей. Также мы хотели вам предложить угощение от шефа. Это амюзбуш. У нас печеный перец с маринованным красным луком. А и хлебушек. Что? Домашний хлебушек с ароматным маслом. Смачный хлеб, до речи. Смачный. Ось цей класний, так, це ще третій. А у вас немає запальнички? Да, мені теж би хотілося поджечь свечі. Ну, до чоловік, ми не курим. Вообще-то. Ви не палите? Ні. Кліпи, кліпи. Що з обличчям? А що? Здається, мені ви каблучуєтесь. Якби коктейлем пригостили, не? Що вони хочуть від нас? Да, первый заказ у нас было каждой позиции по одному, и это была максимальная запара для того, чтобы стартануть. Ты знаешь, пинок под зад. Редиска нарезана? Для креветок нет. Да? Это ж на закуски ты должна была его делать. Да, я же говорю, что я его не успела сделать. Жирное масло есть. Я делаю вот этот вот первую презентацию, которая у меня в голове выглядела вау, а по факту она получилась такая фу. Она стрёмная ужасно. Может, что? Его быстро перерубить? Что? А? Чем? Давайте давай, так. Давай порубим реально… на мелко. Mm-hmm. На тартар. Mm-hmm. Я смотрю, типа синие уже блюда понесли. У нас эта дичь еще типа на тарелке, типа никак не дойдет. Друзі, кому гарбуз, кому починка. А все одно. Так, це. Зараз я заберу це печиночка. Окей, так складно. Це гарбузова закуска з бринзою. Консистенцію хочеться насправді більш ніжно. Я не можу більше притворятися, хватить. Це якийсь не дуже. Криса. Нічого плохого не сказала? Ні. Ні? Ну правда, просто чуть-чуть… Ти сама доброта, Кать. Просто чуть-чуть более… Ти ванільна, карамельна вся. Просто чуть-чуть более розварена яблочко. Чуть-чуть більше печеночки. І все. І все. І все. І какой-то карамельний сверху. Я взагалі хотіла б кислинки, наприклад, там, чи свіжого яблука Гренні Сміт, де ж так… Мені здається, що я відчуваю там томати навіть. Кстати, да. Ольга там спробувала, і вона просто вгадала весь склад цієї закуски. Як ти це зробила? Цей рот пройшов багато гарбузів. За відчуттями довго тобі несуть страви чи? Дуже довго. Дуже довго. 2,5 хвилини на подачі двох закусок. Давай, вперед. Она так тебя, блин, вот это вот заводит именно. И она следила за таймингом реально. В отличие от Юли.
2 минуты на подачу двух закусок. Ух, что-то я разоралась. Давай-давай, ори, мать, мне нравится. Хоть так покричишь за эти 2 месяца. Где блендер? На кухне так и принято общаться. У меня там 30 секунд до конца этого. Выдаю через минуту 30. Ну, это стандартное общение на кухне. Ви щось дуже забарились, а час піджимає. Ми можемо піти з вашого ресторану, навіть не скуштувавши всі страви. Будемо працювати над цим. Спасибо большое. Ектор сказав, що дуже довго. Давайте швидше, ребята. Слухай, ну мені здається, тут редисно взагалі. Очень, да. Не такий твердий. Без вкусу. Вкусно каперси, но каперси они не готовы. Назва была красива. У нас всего 10 минут на подачу основного. Це у нас сервана свинина з пюре з цвітної капусти трошки підкопченої і кнеля зі свіжого горошку. Кнеля. Кнеля не вийшла. До речі, пюре вдали. Одна основна страва – коко. Коко. Боже. Старалися. Боже, они так старались, посмотри. Старалися. Яна делает панировку, выкладывает, и, блин, презентация рыбы была офигительная. Вот это было прям классно, типа, это то, чем я сегодня прям горжусь, это было круто. И оно выглядело действительно вот по ресторанам. Первый улов. Слухай, але ця риба дуже смачна. Це значно. Таке враження, що інший кухар готував. Дозвольте, десерт весела вишня. Ой, вишня смачна. Хороша така, хрустяча. Мені вишня подобається. Дуже. Где крамбл? Где крамбл? Крамбл! Я хочу сделать презентацию десерта. Я как бы подхожу типа к шокеру, у нас мусс тупо заморозился. То есть мамка поставила его в шокер и забыла оттуда достать. Вообще, по идее, типа в шокер нужен был для того, чтобы просто охладить. Мамка, ну оно все позамерзало. Я начинаю этот мусс резать, понимаю, что это хрень полная. Я его каким-то образом пытаюсь положить на тарелку красиво. Я тупо вот так вот бью по этому крамблу, пытаюсь его как-то разломать, но типа как он разморозится? Мамка говорит, разморозится. Ну и как он разморозится за 3 минуты? Жесть. Он уже в тарелке. Он просто весь мерзлый. Ничего страшного, он сейчас что? Разморозится. Там ему 3 секунды, реально, ну температура просто, яка повітря. Ну и сколько ему треба, чтобы просто прийти и трошечки відтаяти? Тим більше, він же ж не замерз в кістку, сколько он там простоял? 20 хвилин в шокере. Поки воно дійде до гостя, воно однозначно буде тої текстури, яка потрібна. Це треш. Я розумію. Ну, типу, Іра не положила на плат. Так, Іра винувата, молодець. Ну, Іра, ти не положила нічого. Молодець, правильно. Давай. Навіть якщо десь є і з моєї сторони помилка, ну, почекайте, хіба це дає вам право вести себе зверхньо по відношенню до мене? Ви також зробили помилку і не одну. Не одну. Наприклад, Іра також не зробила взагалі сферу. Якщо я хоч якось спасала ситуацію і хоч якось десерт зробила, то там взагалі ніяк. Частички душі. О, дуже швидко. Вау! Як на проєкті «Холостяк» просто. І бабушкин пірог, будь ласка. Занадто просто, так. Люся душа, тому що моя бабушка. Десерт не очень. Може бути, це не моя бабушка, але ваша бабушка. Може, це... Може, нам бабушка не дуже рада. Да. Вашого візиту. І міцний горішок. Mm-hmm.
Непонятно, что. Теплый цвет крем какой-то. Дорогие гости, хотели бы также напомнить, что в конце мы предлагаем вам порисовать у нас в галерее. Вот, поэтому давайте приступим к финалу. Дякуем дуже. Ох! Вау, так я зрозумів, хто малював ці картини. Все. Все. Це всі емоції. Окей, осторожно. Ага. Почему вот скандалы дома очень часто? Потому что люди, ну, некуда выплескивать энергию. На работе ты как бы не можешь послать своего директора, да? И приходится посылать мужа или жену. Вот как-то так. Поэтому, чтобы выплескивать куда-то свою энергию, нужно что-то делать. Конечно, нужно любить друг друга, но и помимо этого вот рисование – прекрасная штука. Опять же, можешь даже не уметь рисовать, ляпай черти что на картине, но ляпай какие-то свои, вот думаешь о чем-то, да, там вот там начальница коза, и ляп, и ляп, и ляп, и потом такой вроде как проснулся и уже с новыми мыслями, вроде не такая она уже и коза. Фу. Все, я думаю. Есть еще гости. Наши эмоции. Пока-пока. Все, дякуємо. Нету чек. Все, никого немає. Да. Останній гость. И это у нас, знаешь, первый столик, первые наши гости. Это была проба пера. Дякую вам. Заходьте еще до нас. Дякую. Вам також дякую. До побачення. До побачення. Мама, я с тобой иду в другой ресторан. Чему? Приходит, собственно, время встречать других гостей. О! Украинский. Да, как атмосфера. Угу. Можно? Здравствуйте. 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 Добро пожаловать в наше арт-пространство. И, собственно, тут Юлечка, красота. Уже здесь тут, как тут, рядом с Владимиром. Я стараюсь копировать, но не думаю, что у меня получается, конечно, эти перлы выдавать. И у нас также на стенах есть картины, где изображены отдельные эмоции, изображена страсть, процветание, вера и забота. Для меня пристрасть ось. В общем, мою страсть никто не увидел. Мы что, сами эти картины рисовали? Я думаю, ну что непонятного? Вот такая вот фигурная картина. Вроде как силуэт женщины, да? Красный свет, красный, значит, свет поднимается снизу. Типа все ж начинает подниматься, подниматься. Потому что это мощная пристрасть. А любовь, нема любови? А любовь, пожалуйста, вы можете изобразить на своем холсте, на своей картине. Давай, попытка. Вова, о, Владимир боже. Рисует любовь. Оп. Ну ничего себе, какая тут любовь внутри бурлит. Конечно, увидел тебя, и сердце рисует. Господи, я-то тут при чем? Я сегодня в роли официанта, а не в роли невесты. Талант не пропьешь. Псковой мне не понравились ее босоножки. Такие какие-то мрачные, просто... Ты видел их? В белых платьях и в пробковых босоножках, но вот не стильно. Так, Коко, вот это. Коко, это что-то французское или украинское? Коко, это украинское. Знаете, курочка, когда бегает, каже ко-ко-ко-ко. Вот, ну, что-то подобное. Так, я зранку после выходных. Это курячая ніжка, карамелизована. Я одразу міцний горішок. А Гектор весела вишня. У нас вже всі наступні страви готові. Перші закуски. О-о-о-о. Це воно. І тепле. Да. Смачне. Уся меню. Пожо одному. Так, так, а вже ж все готово. Максимально уже комфортно было работать, потому что мы
въехали в схему работы вообще ресторана и цехов, в принципе, в ресторане. И мы максимально быстро забубенили подачи все. Класс! Класс! Что, у них уже подготовлено, да? Да! Это наши комплиментики. О! Алисбуш с желтого перца, маринованным луком. Угу. И зеленым маслом, пожалуйста. Класс! Скажи, Зося, ну, вообще заражен. Да, да, да. Чипсы сами робили, чи купили, да? Сами. Как тебе интерьер? Ну, якщо чесно, неоднозначний, непривабливый. Мои эмоции по життю трошечки інакші. Не такие, да? Не из искусственного. Так, правого. Так. Вони справжніші. Ну, я люблю переживати емоції, я от люблю, знаєш, переготати від душі і потім люблю поплакати, так прям так гірко, щиро. Я люблю захопитися кимось і дозволяю собі там розчаруватися. Ну, прям на таких амплітудах. Американські горки. Так. Какая-то вода. Вода – это же вообще не эмоция. Ну, смотри, какая вода. Ну, и величись, какая эмоция. Там, где ты в трусиках на серфе, то очень эмоционально. Мне меньше нравится, чем тот ресторан. По интерьеру? Да. Что, девчата обговорюють? Интерьер. Ну, хіба це важливо? Не завжди. Заграничные гости, пожалуйста, для вас. И также карпаччо. Угу, дякую. Закордонний гість. Мені все сподобалося, окрім рідниці. Угу. Какой-то запах такой отталкивающий. Вот тут, вот тут, вот. Рідиска. Скажи. Ну, это не моя душа, наверное. А в твоей душе? Ну, вообще-то нет. Вообще-то, да. Мы будем еще после этого дружить, или уже все? Ты что, это будем? Будем? Все прекрасно. Все прекрасно. А для чего мне какой-то друг-підлабузник, який бы был такой, как я? Едят. Я, когда забирал тарелки, они были, в принципе, майже все съедено. Це було дуже приємно. І Гектор, і Григорій, вони все поз'їдали. Гарний показник. Рвана свинина. І коко. Оце красива презентація, мені подобається. Уже все було готово, і ми от тільки типу, віддавали. То есть тут в плане выдачи сработано было быстро и четко. Первый улов для вас. Дивы, они сделали картоплю суфле. Урень. Прикольно. Один десерт у нас бабушкин пирог, и второй десерт у нас называется частички души. Бабушкина тарталетка, натертая, да? Это пытались сделать вишни, да? И ресторан. Загалом, де тобі більше подобається? Там чи тут? Ти знаєш, якщо враховувати всі фактори, поки тут. Якось тут таке враження, що нас чекали. Так, міцний горішок. Кому? Я міцний горішок. Будь ласка. Присмакую. І весела вишня. І хлібчик можна забирати. І долити мені ще, будь ласка. І приборчики попрошу. І Гектору теж можливо попросити. А, мені все хорошо. Вова, зупинися, зупинися вже тобі на тренування завтра. Да, будь ласка. Дякуємо вашій хаті.
Спасибо, что пришли. Ждем вас заново. Прекрасного настроения. Хорошего дня. До свидания. Дякуем, побачимо. До свидания. До побачення. Дякую, що завітали до нашого ресторану. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Опа! І там все є, там чаюху залишив. От. І тут я розумію, типу, ну, чаюху залишають тоді, коли, якби, в принципі, сподобалось в ресторані. Все, деньги є. Дякую. Вам спасибо. Теж дякую. Дякую, до побачення. Гарного дня. І що? Ага, і все, ми видали все. Все, братва, давайте 5. Вже що сталося? Як спеклося? Та, коротше, супер. Все. Вердикти. Мы находимся в ресторане с синей команды. Мне этот ресторан больше понравился, потому что он какой-то более лаконичный, завершенный, с идеей. Что касается десерта вишневого, была очень хорошая тарталетка, была хорошая хрустящая основа. При том, что вы готовили на жаре, это сложно. 29 градусов, я не знаю, как вы сформировали тарт. А не продала бы красным душу, потому что десерты мне не зашли совершенно. Поэтому даю свой голос синим. Спасибо. Я стою, господи, у меня часто такой эффект происходит. Я, ну, настолько радуюсь, что я вот просто стою, мне кажется, что я мысленно вот просто вылетаю в космос, вот так вот вокруг Земли облетаю и опять становлюсь на место. Мне зайшли максимально равиоли, ваши квиты из соседней клумбы. Чисто ідеально. І я така фу, фу. В синіх свинина була хороша. І точне попадання в десерт – ваша весела вишня. Мій голос сьогодні синім. Спасибо. Дякую. Спасибо. Команди червоних був вау-ефект. Було те, що от саме задавало, так би сказати, темп і ритм подальших очікувань. Це ця картина, зустріли нас. Григорій сказав, що понравилось обслуживання. Ой, я вже стаю щаслива, думаю, ну хоч хтось тут мене сьогодні радує. Я все-таки більше за дрібниці, які були присутні більш команди червоних. Владимир. Если вы сейчас проголосуете за синий, все, это будет все разочарование всей моей жизни. Особисто я бы повернулся до ресторану червоних. И, конечно, я понимаю, что Владимир, скорее всего, дал эту звездочку Юле красоте. У них там, не знаю, что произошло. Но у них есть связь. Ментальная какая-то, тантрическая, какая угодно. Но что-то вот их тянет друг к другу. Нет, мне вообще приятно внимание. Конечно, мне приятно, когда меня Юлечка называют. Конечно, это каждому человеку приятно будет. Но прям так приписывать, он же, господи, судья, взрослый мужчина, и я вот это стою. Ему 40? Я думаю, ему меньше. Блин, мне уже 30. Мать моя женщина. Перший ресторан – це просто атракціон. Ти не знаєш, що очікувати, плюс Маша, так? Угу. Маш, ви настільки відповідальні, що ви так бігали по залі, що мені трошки я почав хвилювати, що відбувається. Зараз принесу, зараз тут. Ви нагадали мою дружину вдома. Тобто, я думав, що паралельно ви ще вчите уроки з дітьми на кухні. Потім ми перемістилися до другого ресторану, і склалось враження, що нас тут чекали. В цілому, там за смаковими якостями, за подачею, тут абсолютний баланс. Я свій голос сьогодні віддаю синім. Дякую вам. Спасибо. Ну, спасибо Гріше за те, що він такий мілашка. Він, боже мій, типу, його хоч до рани прикладає.
Реально. Замыкающий, так скажем, наше голосование Эктор. Эктор серьезный такой сегодня. Не люблю, когда он серьезный и мало улыбается. Червоні. Хто готував рибу? Дуже смачна. Це просто фантастика. Фантастика! Ну, чесно, я... Це може там показати, що я там, от, моя риба, моя... Ну, блін, я готувала і я, блін, старалася. І, звичайно, я хочу, щоб її похвалили, так як я розумію, що я максимально старалася. Ну, чому ні? Але інші страви недопрацьовані. В общем, пух і прах нас. Хліб, говорить, пресний, без солі, ну як в церкві подають. Команда сині. Хто готував веселу вишню? Ну, я шок. Гінда Легрі. Десерт, який мене підкорив. Спасибо большое. Я голосую. Команда. Сині. Я хорошого дітішки. Молодці. Это так классно. Это вот, знаешь, просто пупырышки зашли под кожу и походили. Эти мурашки. Мурашки просто. Пупырышки, мурашки, мурашки. Мурашки по коже. Ну и типа все, мы проигрываем 4-2, всем спасибо, все свободны. Я пошла отмывать какашки со своей души. Это моя душа, она сегодня разбита, просто в дребезги. Сейчас начнется битва черных, и нам нужно узнать, кто в нее попадет из нашей команды. Ого! Ого! 3, 4, 5. Пять. И что, мы все будем черные? Пять. Кто из кремотного? Ну, я перед собой реально понимаю, что я вижу 5 столов. Что за дичь? Это что за жесть? Я думаю, стоп, нас 6, так, в нашей команде. І 5 учасників, певно, не може бути, щоб ми так лише один, ну як ми будемо голосувати проти 5? Нелогічно. Команду синіх у минулому змаганні ви показали себе справжніми майстрами. Вразили і нас, і наших гостей, та здобули заслужену перемогу. На вальку. Дякую. Дякую. Победившая синяя идет на балкон, рады и счастливы, чтоб их. Наша проигравшая команда остается внизу. И нас ждет голосование. Мы, коли стоим за кілочки, я бачу перед собой один лише листочек. Я, честно кажучи, обалдела. Думаю, як так? Сьогодні особливий випадок. Цього разу ви будете обирати одну людину. Але не ту, яка, на вашу думку, завинила у програші, а ту, яка єдиною з вас не вдягне чорний фартух. І ми такі чисто челюсть упали, де ти валялась під столом. І ми такі, як? Просто як? Сьогодні 5 з вас візьмуть участь у битві найслабших. І лише один підніметься на балкон. І я перелякалася. От настав той час, коли я одягну чорний. Задача кожного, собственно, написати одне ім'я. І той чоловік, у якого буде більше голосів, єдиний з команди піднімається на балкон і не готується. Почнемо з капітана. Прошу, Богдан. По вчерашнему результату прихода гостей хочу отметить работу Яны. У нее были сложные процессы. Эти блюда максимально зашли гостям. Ну, мені так приємно стало. Я, чесно, я думала, що він буде за Іру, так як він її назначив су-шефом, і вона, ну, умничка, але він голосує за мене. І мені стало дуже приємно. Давай рядом положу. Можна не натикати.
это единственное голосование, где мне не захотелось, блин, сделать вот так вот, проявить какую-то агрессию. Було б несправедливо, якби не відмітила Машу. Кожного було якесь завдання, от чітко завдання. І з усіх людей Маша виконала всі завдання свої. Відробила дуже хорошо все біля гостів. Тому мій голос за Машу. Дякую. Та в смислі? Не может быть такого, потому что, ну, с другой стороны, я правда вроде бы достаточно делала, я и бегала, я и подачу делала одновременно. Я тоже хочу отметить работу Яны. Она круто поработала, и типа я ей, в принципе, в этом плане горжусь. Она реально смогла справиться со стрессом, выйти из него и сделать классные блюда. Вот, поэтому за Яну голос. Ну, снова ж таки, капец, приятно. Я честно, я так была сдивована. Мы немножко забываем, что до этого был первый день, когда мы очень много строили. И я считаю, что Ира Раковчен сделала максимальное количество процессов. Для меня она сделала очень много работы, во-первых, во время стройки. Сколько она красила, мне уже было плохо. А она продолжала, красила. Я вообще удивляюсь ее силе. Также хочу отметить то, что ты была классным су-шефом. Ты сделала все, что было в твоих силах. Тут мне очень приятно, всем спасибо. Вот, типа, что хоть кто-то типа заметил, что я тоже работала. Я голосую за Машу, потому что она вчера болела всей душой и сердцем. И такой активной я ее никогда не видела. Спасибо. У меня челюсть опять отпала. За этот день что вообще много удивлений. Слушай, я представляю, какая Маша была в шоке, когда я проголосовала за нее. Она прям спасибо, спасибо. Думаю, Маш, я не такая крыска, как ты, вибачайте. Я чуть-чуть выше. У нас с Машею 2-2. Вот. И має выйти Ира мамка и проголосовать, кому она отдаст свой голос. Мій голос, Яночка, за тебе. Вона повністю фактично виконала два процеси, два основних блюда, які дуже сподобались гостям. По результатам голосування у Маші 2 голоса, а у Яни 3 голоса. Ну що ж, вибір зроблено. Яна, вітаю вас. Знімайте червоний, я дам вам біленький. Вона єдинственна, на самом деле, всіх нас ніколи не була в чорному. Вдячна, щиро вдячна, ну, команді. Боже, я так їм вдячна. Ну, це приємно, ну, блін, ну, приємно, що вибирають мене. Если человек трудится реально и в поте лица трудится, он должен получать вознаграждение. Сегодня вот это именно то, это вознаграждение. Яна, подякуйте своим и на балкон. Дякую. Мы в пятером остаемся в черном. По сегодня у меня хитрик, это мой третий черный подряд. Давненько я не была черной. Я не знаю, целых каких-то 2 или 3 конкурса. Я прям уже забыла, как это. Не хотел бы я вам это раздавать. Да. Спасибо. Но так уж произошло. Все-таки я капитан на тебе. Шановні люди в чорному, сьогодні кожному з вас треба приготувати по одній складній страві. Ми навіть дамо вам шанс самим вирішити, що саме готувати. Та ну, звісно, битва чорних так просто не проходить на ізі. Чи ще зв'язувати будуть, чи що з нами робити будуть, що ж ви готуєте, що все, що хочете, і it's unreal in MasterChef. Ми хочемо, щоб ви самі обрали поверхню, за якою будете працювати. Моя вторая. Я хочу першу. Моя третя. Четверта. Тоді на зустріч з долею. Кроком руш! Плити ні, ребята.
думаю, блин, нет плиты. Я вообще не понимаю, что... Ну, типа, готовьте, что хотите. Но думаю, может быть, мы вообще сегодня там без плиты, без ничего будем готовить. Нужно блюдо придумывать, чтобы обходилось там. Я уже думаю, так, господи, что готовить? Какая-то сальса, тартар, думаю, без обработки. Я просто в диком шоке, голова квадратная, как эта коробка. Ну, сейчас начнется. Открывайте коробки. Обалдеть просто. Что это такое? Микрокухня. О, боже мой. Я Алисе это все заберу. Це просто шок, чесно кажучи. Красота неймовірна. Красота, красота. Только не хватало кукол. Вот такая малюсенькая поверхность в миниатюре. Вот такие вот вообще размером в 1-2 копеечки. Сковородочки. Смотри, там прям мастер-шеф написан. А нож? Нож реально лезвие размером в ноготь, в ноготок маленький. Я думаю, блин, что я буду делать? Мать моя женщина. Что там у вас? Набор для Барби. Для Богдана, так? Это для меня явно вообще. Богдан, боже, у него один палец больше, чем сковородка. Обалдеть. Я вот на курилке сидел. Вот я тебе отвечаю просто. Я еще поднял взор тогда на ребят, и красота кричала, блин, что... Я говорю, только не микрокухня. Только не микрокухня. Я не хочу микрокухню, но будет сегодня микрокухня. Я беру этот ножик, он реально такого размера. Как им можно что-то тут вообще в голове не укладывается? Бог мой, а плита рабочая? Вот плита, вот. Боже. Це треш. Что? Я шокирована максимально. По-моему, типа, игрушки моей Алисы нечаянно переместились под эту коробку. И типа, это не мое, кто это сюда положил? Если бы мне было там лет 7, я бы так обрадовалась, потому что это была бы идеальная кухня для Барби. Просто ненавидела всех этих пупсиков. Они какие-то всегда мерзкие для меня были. А вот Барби, одежечка, кухонька. Тільки це не дитяча іграшкова, а цілком робоча міні-кухня. І сьогодні вона вся ваша. Ще ніколи учасники MasterChef не створювали мікрошедеври саме на мікрокухні. Ви перші. Тож можете пишатися собою. Вперше за 10 сезонів, за професіоналів, за всіх дітей і всіх, хто був. Крім того, що треба зробити страву мініатюру, її треба зробити мініатюрними девайсами. Абсолютно всі предмети у вас справжні, тільки зменшені у кілька разів. Ну, знову, треш повний. Якщо раніше, в минулих сезонах, мікрокухня була, типу, просто тарілка, а всі девайси були однакові, та тепер взагалі ви там так здіваєтесь із нас, це просто треш. Чесно, я боюся, що далі буде, бо це трешак. Готовить мы должны именно на поверхности, на этой маленькой. Я сначала думала, ну окей, там сделаю какую-то там пасту, думаю, ну можно раскатать, кусочек там повырезать маленький. Но нет, как бы особо ты и не раскатаешь, потому что поверхность малюсенькая. Все процессы, все нарезки, чистилки, варить, жарить, шпарить, все ты должен на этой маленькой штуке делать. Я думаю, трындец, вот это мы приехали. Тот конкурс, который я боялась, сегодня я на нем. Та-дам! Звертаємо вашу увагу, що ваша страва повинна бути збалансована і за смаками, і за розмірами. Тобто ви повинні врахувати всі пропорції та деталі на вашій тарілці. І останнє. Цей конкурс допоможе вам відточити свої рухи, а також кулінарну майстерність до ідеалу. А нам оцінити ваш рівень. На роботу у вас буде 1,5 години.
Девайсна комора закрита, а продуктова у вашому розпорядженні. Час пішов. Коли з вами на кухні працює професіонал, це вже перший крок до вдалої страви. Спонсор показу – торговельна марка «Polaris». «Polaris» – швейцарська надійність. По продуктам спочатку посмотреть. Юля, тебе помочь что-то? Не знаю, что мне приготовить. Бери рыбу или морепродукт, что-то из этого. Пойди посмотри, что там есть. Бери с собой блокнот. Надо просто на этой поверхности работать. Я тебя понимаю, но что делать? Иди, бери блокнот, иди сразу, смотри. Я открываю холодильник, а там все. И креветки, и гребешки. Думаю, что? Такая вкуснятина, а у меня тут мини-сковородочки стоят. Думаю, навіть не поїсиш, думаю, нечесно. И я сразу хватаю гребешки, хватаю свои любимые креветки. Даже не задумывалась, когда увидела гребешки. Думаю, пойду потому, в чем я уверена. Ой, блин, это круто. Слушай, у меня уже руки трясутся. Я решила готовить гребешки, пюре с желтого болгарского перца, с томатами, сливками, маслом, приправами и кинзой. Дальше решила приготовить кнели из зеленого горошка. Думаю, боже, чем я эти кнели буду лепить-то, мать моя женщина. И креветки с медом, для того, чтобы они были сладкими. Ну вот, как обычно, я люблю на тарелке, когда много разных вкусов. Боть, ти як воду глядів. А що, ти говорив про це, так? Да? Да. Да. Серйозно? Да. Круто. Блюдо у мене созріло в голові сразу. Я хочу делать стейки з креветки, на нього положить зверху жопку курицы. Естественно, ухватился, блин, за гастроемкость с этими креветками и принес вот такую гору креветок для вот такой сковородки. Принес курятник этих петухов, блин. Боня, тобі хватить однієї креветки. И одной ножки. Сделаю лапшу из цукини и сделаю апельсиновый соус. В моей вот этой вот истории будет замечательное морковное пюре. Естественно, у меня есть апельсиновый соус, и я могу к своей пюрешке добавить тоже апельсина и имбиря еще. Эта история совершенно по-другому развернется и заиграет. Так, с Богом! Это вот все! А що б, якщо мені сьогодні реально не зраджувати собі, так, оскільки я полюбляю найбільше всього десерти, думаю, а якщо мені ризикнути? І на мікрокухні, мені здається, що ніхто ніколи не подавав десерт. А чому б не ризикнути? Ірусь, ну що ти там, десерт? Да. Фрекенбок. В твоїх руках турбота. І я думаю, згадую про індійську кухню. Ладду. Я знаю, що є варіант, так, інтерпретація цього десерту, коли його роблять із манки. Ірусь, я просто спитаю, ти думаєш сама, ти десерт не хочеш? Тут нету ні міксера, ні сливки взбити. Тобто я вирішила, що сьогодні я буду готувати рибу. Горохову, короче, пюрешку с беконом. Хочу попробовать оливковый топинат, просто типа рядом, как крошка, если получится его высушить на сковороде. А соус какой-то с белым вином сделать. Маш, ты хочешь ратату? Как вариант. Хорош. Я тоже про это подумала. И выложить красиво его гармошкой. Приготовить хорошо рататуй еще и в таком объеме, это достаточно сложно. Але до рататуя треба ще щось рибу або м'ясо. Куди? Ну, але рататуй, там мало техніки. Я думаю, зараз. У вас пройшло 15 минут. Я стою, у мене глаза по 5 копійок.
Единственное, что я знаю, что это готовить надо рыбу или морепродукты, потому что никакого мяса речь тут не идет. Гляньте, у Юльки девайс на целое, на этой, на салфетке. Все стерильно, как в больнице у Юли, посмотри. Слишком все малюсенькое, ну вот просто как для куклы Барби. Вспоминаю свое детство, у меня было очень много кукол Барби, и я вспоминаю, что этим Барби я шила шмотки постоянно и делала прически и макияж. Но никак не готовила им кушать. Слушай, знала бы, куклам Барби кушать готовила, а не платье шила. Думаю, блин, Юля, ну знала бы, знала бы прикуп, жил бы в Сочи. Начинаю вырезать гребешок, а он же мягкий. И я думаю, блин, мне еще надо вырезать по одинаковому размеру. В общем, что я делаю? Там была такая мини-шумовка. Я кладу шумовку и начинаю ножичком вырезать с помощью этой шумовки, значит, кругляшки. Повырезала. Мне кажется, полтора часа – это мало для такой ювелирной работы. Еще когда руки трясутся. Замариновала их, приправку, что да, соевый соус. Девочки, зато фигура будет в порядке. Не говори. И можно есть абсолютно все. Ну, этим ножичком, на самом деле, работать было сложновато, потому что он выпадает из рук, я его пытаюсь ногтями чисто взять. Креветка разлазилась. Я пытаюсь срезать эту креветку, она вот так вот просто по всей этой доске. Я так показываю, как будто доска там была обычная наша. Нет! По вот такой вот доске она все разлазится буквально за секунду. Ну, как-то режу уже там, мариную в этих манюсеньких сотенечках. Кто-то видит мой второй нож? Я, походу, его выкинула. Не, я оттуда не вижу, простите. Я, звичайно, люблю дрібну роботу, но не настільки. Ай, в мене закипіло! Складнощі виникали, да, в процесі роботи, тому що я не розуміла, яку дозировку взяти, так? Одна справа, коли ми міряємо нормальними ложками, стандартними, так? А друга справа, коли це, боже, це навіть не мікрокухня, реально, це мікро-мікрокухня. Вчинку положила вершкового масла, нібито достатньо. Коли я вже насипала манки, вже дивлюсь, вершкове масло якось, фух, я розійшлось, його немає. Реально, я не пойму. Тоді я ще капулечку докинула. Льоня, на ложка накладу. А що ти робиш, карамель? Ні, манку підсмажити потрібно на вершковому маслі. А, манку ти обжарюєш. Боже, Бодя, цими руками, як ти робиш? Я не знаю. Беру, этот ножик. Что им резать? Он даже эту шкуру у петуха, блин, этого не режет. Думаю, что за... Оторвал я эту шкуру с петуха. И начинаю резать. Что там, что-то получается, то вырезать? Добре. Они неаккуратные кусочки, но я их сформирую в аккуратный. Димас говорит, типа, а не хочешь, типа, стейк обернуть в бекон? И, в принципе, это все канает под мою историю. И это замечательно, и классно, типа. И я такой, о, спасибо, класс. А я переворачиваю с одной стороны, переворачиваю с другой стороны, вижу, что оно у меня подзолотилось, сразу выкидываю. Потому что максимально тоненький слой стейка и тоненький бекон, который я выбрал. Все. Полчаса прошло. Ира, мне кажется, надо будет сделать несколько закипаний горошка. Уже третье ставлю. В кастрюлю не влазило больше трех. Третий он уже типа был даже на поверхности. И я складываю одну горошинку, вторую, третью, так вот пальцем прижимаю. Слышь, уже кипит. Так я типа горошечек типа 15-12 по очереди вот так вот закипала-варила. Я перший час так сміявся, як дикий, тому що оце типа з цими сотейничками, ти воду ставиш, вона зразу кипить. Оце, коротше, різати, типу, ну, прям дуже кумедно все виглядало. Попередні мікрокухні в порівнянні з цією мікрокухнею, то максі-кухня. Ну, бо там вони в натурі готували нормальними девайсами. Звідки вони це набрали? Це просто треш. Думаю, що це просто дорогий дитячий набір.
А, до речі, а це вони що? Це для маленьких будиночків, оці ці штучки? Це на замовлення робили. Це на замовлення робили? Коротше, ці люди, які за то відповідають, гарно постаралися. Дім, хоч їжечка заспівай, блін. Але він перетвориться в зірку. І весь світ, весь світ обійме. Не чіпайте його, не треба. Хай він сили у собі знайде. Говорите еще, какие песни вам петь. Не кричав ніхто, ніхто нікого не посилав. Без матюків, без ора, навіть не знаю чому. У нас на балконі свої були теми. Дай трошечки в пюре, трошечки гостроти. П'юре? Не пересоли, будь ласка. П'юре? П'юре? У мене чомусь, коли я кажу п'юре, от, у мене деколи виходить п'юре, да. І то просто якось автоматично виходить. Діма, скажи п'юре. Скажи п'юре. Та п'юре. П'юре? А що, а як? Ага, добре, що маєш від мене п'юре. А я, коли мені таке починають доказувати, то я, типа, йду в штики і кажу, ні, має бути п'юре через, типа, знак апострофа. П'юре. П'юре. Та п'юре. Ні, то апострофа, там м'який п'юре. 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 Дімасик, він у нас дуже любить пожартувати і дуже любить дискусію вести із Мірою, тому що Міра не сприймає шутки, вона все серйозно сприймає. І він прям аж пре його від того, як вона хоче йому щось довести, а він такий, знаєш, боку... Та-та-та, Міра! Звісно, ага, окей, Діма. Потім перейшли до того, що ми згадували урудний відмінок. Наша? Я не знаю, звідки це взялося. Дім, ти що там по відмінках? Давай, орудний. Орудний? Ну, да, і орудний відміну виявляєш. О, то що, орудний він називається? Да, він орудний. Да. Орудний? Там ще юга. Діма, як ти вчився 11 років в школі? Да, ой, є такий. Ні, я вчився в русскоязичній школі імені Степана Бандери. Звісно. Це кого що? Ні. Блін, кого що? Чого? Це орудний. Ні, це родовий. І я кажу, Мір, вон Ірина в чорних, типу, працює. Спитай її. Іра, я не вчитель української мови. Я вмер. Міра, Мір. А ну ще щось запитай, Міра, бо вона якраз. Вона якраз має час, а то знаєш. Міра бере і каже, Ірина, Ірина. Орудний, це кого що, так? Я думаю, це ж капець прикол вийшов, типа, людина в чорному, вона думає, а вона з балкону питає, який то орудний відмінок. Я кажу, а вона не чує, кажу, Мір, Мір, ти ще раз питай, бо це важлива тема зараз, нам треба знати, що таке орудний відмінок. Ким чим, блін, орудний? Ким чим орудуєш ти? Ким орудуєш? Ким чим? Коротше, орудний відмінок ми знали, що таке. Ким чим? Нам питання, орудує ким, чим? Все, ми взнали це, нам легше стало, нам легше. Ой, це буде саме смішний діалог на балконі. ...45 хвилин залишилось. Бодя, ти на роботі робиш міні-макети? Да. Действительно имел дело с миниатюрками. У меня было 3 года архитектурного моделирования, где мы делали макеты архитектурные. Меня это всегда жутко раздражало и бесило в некоторых моментах, потому что у меня реально, блин, здоровые руки, здоровые пальцы, и вот это очень сложно закручивать все. Но я с этим работал, у меня по архитектурному моделированию на секундочку 5 была. Боже, золотулечка, Богданчик. Тими своїми гігантськими руками. У нього рука, щоб на минуточку, от так іде. От ти як так дізналася? Ми міряли спеціально руками просто так. К этому моменту готово пюре, которое сформировало уже на тарелке. Готова лапша из цукини. Мне осталось пожарить креветку. Ставлю на огонь эту черту. Я уже не вот так вот показываю, знаешь, ставлю на огонь эту черную сковородку, начинаю жарить креветку. А, мне еще соус осталось сделать. Юля, у тебя соевый соус? Да. Где этот? Вот это он? Угу. Я решаю делать соус с апельсином на выжарке из курицы и бекона. Добавляю туда
соєвого соусу. Будь ласочка, осторожно. Да, розведе, бо він дуже концентрований. Він мега концентрований. Ну, ми переживаємо за тебе. Буквально. Ні, я про те, що я много налив. А що це таке в руці? Темний. Олівка. О, маслина. Маслина, в смысле, да. Для риби делаю а-ля мус з Філадельфії і каперсами. Для того, щоб начинити рибу. А чому я все життя думав, що, коротше, оливки тільки зелені, а маслини це друге дерево? Це мариновані, типа, от зелені оливки, і вони потім стоять маслини. Не знаю, чому ти так думав. Я все життя так думав. А я рішаю, що пора починати обжарювати рибу. Я начиняю своїм от этим от мусом з каперсами. І зав'язую, коротше, акуратненько, прямо узілочок, типа зав'язую ту рибинку. О, а де ти нитку знайшла? На муці зрізала. Супер. Іришко, ти як? Жарю рибу. І тут, как бы, типа, у мене все готово, і прийшло время зробити соус. Всі все встигають. Іришко, який соус? З білим вином. Дивись, ще є 20 хвилин. Шарики вже тропила? Да. Потім я вирішила їх трішки довести в карамельному соусі. Смачно? Пробувала? Да. Хорошо. І я вже ці кульки виклала на презентаційну тарілку. От таку малесеньку. Але мені не вистачає якоїсь свіжості, кислинки, мабуть. Можливо, якби була, знаєш, що ананас, щось ананасове, да, використати? Він додасть свіжості, я його так собі уявила, що його зараз замариную в лаймі, так, в спеціях також. І коли я прийшла в кладову, я схватила цю банку, з радістю йду. А як я їх відкрию? Ага. У нас немає ж великих ножів, у нас немає ножиць, і це просто стопор. Бери ножом, бей прямо по банке. Яким ножом? Ні, ти відламлиш ніж. Даже не пробуй. Попробуй. Не відкриєш. Попробуй. Ні, Іра. Не, ну чого? Ну пусть попробують. Ну чого ви сразу так? І я спробувала цим мікроножем зробити дирку. І реально мені перша дирка вдалась. Чи забився ніж чи ні? Да. А, ну то пробуй, підрізай. Ну, ребятки, так хвилин ще 15, та й відкрию. Благо, майстрам, які робили ці ножі, мікроножі, вони були достатньо міцні, з хорошої сталі. О, я відкрила. Прикинь. Ого! Думаю, все, клас, у мене сьогодні буде ананасовий чатні. Вона консервну банку з ананасами отим маленьким ножичком відкрила. Як, блін? Ну це баба огонь, серйозно. Женщина огонь. Молодец, мамка. Вот понимаешь, украинские женщины, вот это нас все и любят, потому что, во-первых, мы красивые, во-вторых, мы талантливые, в-третьих, мы работящие, умные. В общем, перечислять, не перечислять. Маша, дуже гарно робиш. Начинаю выкладывать на одну из тарелочек для подачи просто по одной вот такой вот полосочке цукини и два вида перца. И это очень сложно, потому что они липнут к пинцету. Ювелирная работа. Угу. Они реально вот шириной в миллиметр. Это на самом деле так трудоемко, что можно с ума сойти. Я минут 20 делала тупо вот так вот полосочки для того, чтобы потом свернуть это. Я завернула это в один круг полностью, вот так вот, как одну розочку. Ничего себе, прикольно. Крапочки. Ну, зверху нічого не було. Зверху просто було видно крапочки. І все, і приблизно всіх однакового кольору. Ну, типа, їм було реально сьогодні скучно там, тому що взагалі не видно, що у нас відбувається. Ми от это склонились над своїми поверхностями, і як, типа, 5 бобрят, вот так вот просто, типа, там что-то, короче, что-то там делали. 5. 4. 3.
дві. Одна секунда і стоп-час вийшов. Відійдіть, будь ласка, від своїх мікроповерхонь. Реально, це момент, що я переживала за Іру, Машу і Бодю. Тому що ну, у них наче все ок. У них були по два гарніри. Соус, основне, що, чи м'ясо, чи риба. І в них виглядало, що все хорошо. Я з великим настроєм іду на вердикт, і я розумію, що я одна сьогодні приготувала десерт, і це круто. Мене труханило не то слово, коли я йшла. Це просто, це все внутрі, у мене серце не видно було тільки. От так от, мабуть, було. Отже, Машо, представте, будь ласка, свою страву. Креветка з рататуєм із цукіні двох видів сладкого перця з карамелізованим чілі. Мені дуже подобається, як ви виклали овочі. Це така ювелірна робота. Як вам це вдалося? Я викладувала їх по одній штучці і потім заворачувала пінцетом, відповідно, вокруг своєї осі, і вийшло ось так. Не хочу їсти всю порцію. Вона така величезна, а я й без того такий товстий. Ну що ж, я вражений смаком вашої креветки і всією презентацією. Особливо тим, як ви виклали овочі. Дякую. Следуюча я. Думаю, боже мой, Владимир, моє щастя, ви моя надежда. Пожалуйста, хоч би вам понравилось моє блюдо. Гребешки. Соус из томатов и болгарского желтого перца. С другой стороны у меня креветки. Я их обжарила с медом и сделала кнели из зеленого горошка. Так, креветка смачна. Гребінець трохи присмажений. Думаю, блин, елки-моталки, я так и знала, что я его пережарила. Господи, я их обожаю, эти гребешки. И есть, и готовить, ну, думаю, ну не в таких же размерах, понимаешь, как говорят, не в размере дела, вот как раз в размере дела, сегодня в размере дела, потому что вот, это совсем не дело. Соус гарний, смакує, відчувається імбір, відчувається перець, томати. Я відчуваю зелений горошок, все дуже добре, дякую. Спасибо. В общей сложности вроде бы как зашло. По вкусам ему понравилось. Ира, розповідай ти. Десерт в індійському такому стилі. Називається ладу. Так, буду куштувати. Оля смакує мою страву, і я бачу, що вона починає посміхатись, і реально це так приємно. Кулька така малесенька і надзвичайно насичена смаками, просочена сиропом і карамеллю, що не відчувається ніякої манності, скажімо так. Дуже чітко читається лайм, за ним відкривається кокос. Іра, я захоплююся, правда, вмінням викрутитись, як зробили це ви, і при цьому не зрадити собі, залишитися і в душі, і по факту кондитером. Мені дуже приємно, що Оля відмітила про те, що я не зраджую все ж таки своїм поривам, так, внутрішньому бажанню, і все ж таки я приготувала десерт. Молодець. Дякую. Я розумію, що, типу, що за діть? Почому всіх все прийняли? Почому всіх все вкусно? Я думаю, в смысле, у вас у троїх у всіх хорошо. У меня нормальное блюдо. Типа, это что, типа, или Ира, или я? Не. Я так повертаюся до Діми, кажу, а може сьогодні ніхто і не поїде. Тому що, типа, я впевнена, що у Богдана і Віри дуже все хорошо. Отож, Богдане, представте, будь ласка, свою страву. Стейк из курицы, который обмотан в бекон. Над стейком у меня лапша из цукини. Небольшая креветка.
пюре из морковки и сделал эмульсию на основе выжарки с мяса, апельсина и соевого соуса. Якщо чесно, не бачу тут емульсії. Емульсія має іншу консистенцію. Я б сказав, що скоріш ви просто додали в соєвий соус міні-дозу соку від м'яса. А на смак я відчуваю лише концентрований соєвий соус. Щодо пюре. Воно пересолене. Можливо, воно увібрало в себе соєвого соусу. Але смак дуже концентрований і неприємний. Пюре пересолил Бодя. Ну, блин, тоже его пальчиками. У него один палец, как у меня два. И, конечно, он там, видимо, взял вроде чуть-чуть, знаешь, а там вместо трех крупинок посыпалось шесть. А чому ви вирішили покласти зверху цей шматок креветки? Який зв'язок із компонентами вашої страви? Я не думав об этом. Я думав більше о вкусовому сочетанні того, що я подаю сьогодні. Типа критикують мою креветку. Якщо кокле був би начинений, наприклад, мусом з креветки, то вона була б доречна і в презентації. Завжди пам'ятайте, що повинен бути зв'язок між усіма компонентами страви. Але головна моя претензія до пропорцій, вони абсолютно не відповідають одне одному. Звісно, потім, коли ти розумієш о тому, о чому говорив він, це типу соотношення і гарніра, і основного, і все остальное, да, воно реально було непропорціонально. І я, звісно, не учув цей фактор, а должен був. Дякую. Ну, і я вже розумію, що діло пахне карасями, блін. Стати кулінарним віртуозом може кожен. Головне – свіжі продукти, а також краплина фантазії, яка перетворить вашу страву на кулінарний шедевр. Спонсор показу – торговельна марка «Глобино». Віртуози м'ясних страв. У мене проскальзує доля надіжди, що, типу, якщо вдруг чого-то, ну, Богдана, ну, типу, точно все як-то странно вийшло, і, типу, у нього точно хуже, ніж у перших троїх. Вот. І приходить час пробувати моє блюдо. Сиба с муссом из Филадельфии каперсов, у меня оливковый топинат с лимонной цедрой, у меня соус бирблан и пюре из зеленого горошка с беконом. Гарна форма сибасу, мені подобається, що ви зберегли шкірку. Це придає реально вигляду, і ми бачимо, неважливо якого це розміру ваша страва, але ми бачимо, що це риба. І навіть можна розрізнити приблизно яка. Риба, незважаючи на розмір, соковита. Повна просто смаків. Пюре з горошку. Бачу гарно в ньому бекон. Так, це смачно. Трошки дивно виглядає ваш тапенад. Тапенад, він, знаєте, зазвичай або дуже-дуже дрібно шинкується, або, скоріше за все, перебувається в блендері. А у вас просто оливки ніби підсушені якісь іще. Ну, я їх обжарювала на, от, там, де жарила рибку, я там вже обжарила оливки з лимонною цедрою. Для тапенади не потрібно обсмажувати оливки. Але за смаком це прекрасно воно. Я вам дякую. Спасибо большое. Все, вони повертаються і судді викликають на вердикти. Без страв уже своїх гігантських. Будь ласка, підійдіть, Ірина. Обидві Ірини. Маша. Блін, і, пожалуйста, Юля, і Юля. І Юля. Я розумію, що сьогодні в лузерах, повних лузерах, сьогодні я. І треба ж держати марку, далі я улибаюсь. Не буду тягнути інтригу. Сьогодні ви добре попрацювали і цілком впоралися із завданням. Знімайте фартухи. Клас. Дякую. Клас.
такое облегчение было. Думаю, о май гад, спасибо, Господи, что ты меня так любишь. Спасибо вообще всем. Спасибо, спасибо, цветы в студии. До речі, ми хотіли дати вам міні-фартухи, але не знайшли. Я забираю свой белый фартух обратно. Всем спасибо, я счастлива. Вот, все супер. Ура! И белый фартух снова на мне. На балкон. Спасибо. Спасибо. Богдан. Богдане, підходьте. Блин, ну неужели Бодя? Ну, сколько можно этих баб уже на проекте? И так развелось тут вот эта змеиная кубла, понимаешь? Что это как змеи шушат, так и они вот это... Выживают мужиков, блин, а потом плачешь, и мало мужиков им. Конечно, не бережете вы их. А я максимально, типа, улыбаюсь, я даже не смотрел на балкон в тот момент. Я очень сильно привязываюсь к людям. У меня этот комок в горло, он подходил уже в тот момент, потому что я понимал, что я постучусь на балкон, а там вот эта чепуха, а там вот эта вот красота, и сейчас будет какая-то жопа ядреная. Ця програма була, власне, про вас. Про дизайн, про пропорції, про візуальне бачення. І саме тому мені дуже шкода зараз просити вас зняти фартух. Балкон, спускайтесь. Богдане, не знаю, чому так сталося. Але, можливо, знаходячись на своїй території, ви трохи розслабилися. А ваші конкуренти, навпаки, більш ретельно підточили свої ножі. Але хочу сказати, що за час перебування на проєкті ви дуже виросли. Нам було дуже приємно працювати з вами. Ви чудова людина, ви щодня тішили нас своїми жартами та талантами. Дуже шкода прощатися, але ми вимушені це зробити. Якщо вам є що сказати вашим друзям та колегам, будь ласка. По-перше, хочу сказати, що мечти збуваються, дійсно, я побував на цьому проєкті. Я увидел, как работает кухня изнутри. Я пришел сюда, и я об этом сказал судьям. Я хочу работать в системе Хорика, и я хочу разработать концептуально новую кухню. И, в принципе, для этого у меня есть шикарный базис, который я приобрел здесь. Второе, приобрел еще одну семью. Я очень сильно привязался к коллективу, и когда я уже на них посмотрел, у меня аж ком в горле, потому что я не хочу от них уезжать. Я не хочу уезжать... Ну, вообще, это как какая-то сказка, в которую ты попадаешь. Иди сюда. Ну, они не хотели, чтобы я уходил сегодня. Ну, реально, они хотели. Мы тебя любим. Я вас тоже люблю очень. Реально сумно. Мы с ним сколько всего прошли? Мы с ним опять подружились. И я не хотела, чтобы он шел. Ну, реально не хотела. Вам огромное спасибо. Мне нравилось быть на этой кухне. И увидимся на финале. Пусть победит сильнейший. Он был как моя, я не знаю, душенка здесь на проекте. Было прислониться к мужской сильной груди, понимаешь, и пожаловаться, и поплакать. А теперь у меня не будет на проекте этого чека. Буду скучать. Все падает на мой плечи. Мушу доходить до финала. За Рому. За Бодю, за Івана, за Едіка, за всіх хлопців справжніх мушу тепер за них доходити до фіналу. Бо іншого варіанту немає, розумієш? Я з улыбкою сюди ухожу.
Я искренне желаю победы Яне Балла и желаю победы красоте. Я хочу, чтобы они двое были в финале. А мы продолжаем борьбу. Буду топтать это змеиное кодло. Пойду по их языкам.